зібралися сьогодні на нашу конференцію. Дозвольте перш за все вибачитись перед вами за те, що із-за технічних ускладнень конференція буде записана у Ютубі в 14 годин 30 хвилин. А тепер дозвольте відкрити нашу конференцію. Сьогодення несе на собі багато викликів. І серед них виклик, який, на жаль, ще не всі. Генетики України. Ми прийняли рішення на прикладі розвитку генетики на слабоженщини показати наш досвід створення відродження клінічної генетики і загальної генетики. Для цього ми об'єдналися з нашими вченими, які прийняли участь в цій конференції. Я хотіла б привітати всіх цих тих, хто знайшов змогу почути наш досвід. Я бажаю всім наснаги. Я передаю вітання від Державної обласної адміністрації Харківської, від Харківської обласної ради, від місцевої ради, від всіх тих, з якими із року в рок ми йдемо по життю поруч, розвиваючи генетику, змінюючи свої шляхи від того, як змінюється все навколо нас. Ми живемо в кращому часі, бо це наш час. І ми повинні все, що накопичили, все, що напрацювали, передати нашій молоді. Але ті складнощі, які створилися за багато років, потребують додаткових зусиль всіх тих, хто має свої напрацювання генетики. Саме для того, щоб молодь повірила нам, щоб вона на прикладі побачила, що боротьба за людей, за населення України, за дітей України, за тих людей, які мають додаткові певні складнощі в житті, ми працюємо кожний день. І саме для них ми не повинні ні в якому разі зупинитися. Ми повинні розвиватися. І ніякі труднощі не зупинять всіх тих, хто сьогодні очолює обласні медико-генетичні центри. Наші колеги. Колеги, які ні за що, тільки за віру, тільки за любов до людей, до України працюють щоденно в неймовірно тяжких умовах. І ці тяжкі умови з кожним днем не покращуються. Ця тривога наша обумовлена бажанням внести свій внесок в розвід країни, України. І саме це і було тим мотивом, який надав нам можливість провести цю конференцію. Я дякую всіх за увагу і дозвольте надати слово професору Клімовій Олені Михайлівні для вітання. Будь ласка, Олена Михайлівна. Дорогие друзья, коллеги, я бы сказала, что я очень рада возможностью конференции. Когда Елена Яковлевна пригласила другими части, вы вынули знания, которые заставили нас думать о том, что история повторяется. И все периоды жизни и науки в 30-е годы, они не должны, мы должны предложить все усилия по консолидации научных знаний, внедрения их в практику. И для этого о том, чтобы как ученые, как ученые,
по женщине, в первую очередь, делали все то, что был самоотверженный. Те структуры, которые являются научными следами, взять в практику. Я прошу вас прислушаться к тем моментам, которые крайне важны, может положить дальнейший светлый путь развития медико-генетики. Мои коллеги, я думаю, что, глядя на первый слайд, вы удивитесь, почему мой доклад называется таким образом. 1965. Реинкарнация. Это тот путь, который удалось нам пройти в борьбе за генетику для людей. А реинкарнация, потому что это слово в переводе с латинского означает повторное воплощение. Перевоплощение. Следующий вопрос. 30-е годы. Это начало. Начало гонения генетики. 48-й год. Сессия Восхнил. Это та страшная сессия о положении в биологической науке. Я держу эту книгу в руках. Эта книга подписана автором Трофимом Денисовичем Лысенко. Когда я ее раскрываю, я понимаю весь тот ужас перепутанных понятий абсолютно всего того, что происходит вокруг человека. Абсолютное отрицание тех классических открытий в генетике, которые эту науку сделали главной наукой о жизни. Вообще, не только человека. Здесь идет, я, естественно, позволю только зачитать буквально 2-3 предложения, которые отражают начало того ужасного периода, который мы мягко называем непродуктивным периодом в генетике. Генетика, как и все живое, переживает непростую судьбу. Ее развитие также идет по спирали. Но не дай Бог нам еще раз пережить эти страшные черные годы, начиная с 30-х годов и по 67-й год, когда Трофим Денисович Лысенко еще приносил в издательство свои статьи. А вот это положение вошло в законодательную базу положение о биологической науке, всех последующих действий правительства. Вы посмотрите. Сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина считает, что мичуринское направление, возглавляемое академиком Трофимом Денисовичем Лысенко, проделало большую плодотворную работу в разоблачении и разгроме теоретических позиций менделизма организма. Эта работа имеет большое положительное значение для развития передовой биологической науки и практики сельского хозяйства. Сессия Академии призывных призывает коллективы научных работников сельскохозяйственной науки, всех агрономов, зоотехников, передовых людей колхозной деревни, теснее объединиться вокруг Всесоюзной Академии сельскохозяйственной науки Ленина, имени Владимира Ильича Ленина, под руководством партии Ленина Сталина, великого вождя трудящихся, учителя и друга советских ученых Иосифа Виссарионовича Сталина. Единым фронтом развивать мичуринское учение, передовую акробиологическую науку, способную успешно решать задачи, поставленные нашей партией и правительством перед работниками сельского хозяйства.
Это труд, который перечеркнул всю жизнь великих людей. Мы сегодня рассказываем только о жизни нашего коллектива. Мы не претендуем ни на какие влияния на всех тех, которые работали с нами. Мы хотим показать всех, но не только себя. Потому что пока жива наша память о людях, вышедших и переживших эту трагедию черноты, до тех пор мы будем развиваться успешно. Не дай нам Бог забыть хоть одного из них. Неоценимо огромную работу в этой памяти сделала Зиновия Александровна Служинская, которая в нескольких своих книжках, маленьких и больше, напечатала историю тех людей, которые вкладывали свой колоссальный талант и труд в будущее развитие генетики. Нам нужно только научиться у них, научиться передавать все, что делали они. И жизнь этих людей служит для нас тем образцом, который требует подражания. Филипченко Юрий Александрович, биолог и генетик. Он первый организовал бюро по евгенике, и это бюро издавало свой замечательный журнал «Известия бюро по евгенике». Филипченко знает за рубеж, но его не знали в Советском Союзе, не хотели знать. Матюшенко Борис Павлович – это один из первых министров здравоохранения и попечительства Украинской Народной Республики. Это 1918-19 год. За год своего министерства он сделал колоссальную работу по развитию евгенических направлений. Алексей Васильевич Корчак-Чепурковский – один из основателей современной украинской демографии, человек, который говорил, что все наши исследования должны начинаться с популяции. И его последователем стал Ливанюк Виталий Францевич, который в первом Мукачевском институте акушерства и гинекологии развивал генетику. К сожалению, имя почему-то его забыто. Я подтверждаю, потому что лично имела счастье общаться с этим человеком. Он имел самые глубокие знания о характере наследственной патологии в популяции Западной Украины. Подгаецкий Владимир Яковлевич, директор научно-исследовательского института физической культуры Академии наук Всесоюзной, вот так, простите. И именно он, занимаясь физической культурой человека, вопросом изучения генетической предрасположенности уделял огромное внимание. Естественно, я не назову сегодня всех, но нельзя не назвать Сергея Гершинзона, человека, которому нам довелось его талант ощутить на себе, его знания, бесконечно глубокие и важные не только для теоретической, но и для практической генетики. А Петро Калинюк даже успел стать соавтором книги, написанной Зиновией Александровной Служинской, и донес свои знания до нас. Потом наступил период другой, период, когда закончилось засилье Лысенко, но это был только официально считается 65-й год, поэтому мы отсчитываем свою историю именно с этого момента, с 65-го года. Я несколько позже скажу вам об этом. Однако появились люди, которые во всех уголках Украины пытались развить генетику для людей. Я не могу прежде всего не назвать Тамару Ивановну Бужиевскую. Я ей шлю от нашего коллектива самые глубокие поздравления, глубокое уважение и любовь как человеку многогранному, владеющему как клинической неонатологией, так и генетикой в равной степени, которая живет сегодня, и я с которой рада общаться и рада получать от нее запал энергии бесконечной. Тамара Ивановна Бужиевская создала первую кафедру в Украине. Лариса Ковальчук,
Сегодня это известный ученый, работающий в Западной Украине, автор медико-генетического тлумача, или, который она написала, это учебник по медицинской генетике, с которой мы имеем счастье общаться и сегодня. Зиновия Александровна Служинская, Геннадий Бердышев. Это люди, которые внесли свой труд, и Зиновия Александровна, к моему большому счастью, продолжает вносить свой колоссальный труд в память нашу о генетике. Все ее труды имеют исключительно историческое значение и учат нас, как беречь, как сохранять национальное достоинство в первую очередь. А Геннадий Бердышев написал одну из первых книжек по генетике, по которой можно было учиться. Особые слова памяти я хотела бы передать Игорю Борелюку, которого, к сожалению, нет рядом с нами. Но это один из моторчиков, из тех исследователей, из тех ученых, которые смогли свои экспериментальные знания перенести в плоскость помощи людям. Это он, Игорь Борелюк, в Институте педиатрии и акушерской гинекологии Киева начал создал первую медико-генетическую консультацию как таковую в 1968 году. Уже в 70-х годах мы сбежали все к нему, и это была маленькая такая кучка людей, которые друг от друга заражались энтузиазмом. Юрий Бажора. Он написал книжечку о спадковых заболеваниях и внес свой большой вклад. Его вклад продолжается и сегодня звучать. Олег Зинович Гнатейко в 84 году возглавил Институт генетики во Львове. И рядом с ним работает безупречный совершенно энтузиаст генетики профессор ГНР Бенна Акопян. Мария Лозинская. Это цитогенетик, которая еще в 1982 году метод исследования хромосом распространила в Украине. Хотя, справедливости ради, наш Головчанский сделал это еще в 1965 году. Юрий Гаврилюк. Юрий Иосифович Гаврилюк – это особый человек, который, к сожалению, жил очень мало, работал во Львове в Институте наследственной патологии, но человек – звезда, человек-искра, которая пролетела и, к сожалению, очень мало прожила на этом свете. Его докторская диссертация, я имела счастье быть его оппонентом, развивала совершенно новое направление в клинической генетике. Следующий. Андрей Михайлович Сердюк. Я шлю ему свои приветствия. Я не могу его не поблагодарить за тот замечательный генетический совет, который был создан при руководимом им институте, через который прошли наиболее талантливые ученые. Через него поддерживалась наука в Украине. И переход ученого совета по защите диссертации в другое учреждение стало пагубным. Я не могу не сказать добрые слова об Оресте Сазанском. Его жизнь была тоже короткой, но звездной. Он быстро улетел, но оставил за собой колоссальный след. Он работал очень плодотворно. Человек от природы талантливый, одаренный, но, к сожалению, очень мало успел. С Натальей Григорьевной Горовенко мы рядом уже много лет. Она начала несколько позже заниматься генетикой, но наша встреча с Белоруссией родила дружбу на все эти годы. Ей приходится сегодня в Киеве бороться за генетику. Я желаю ей наснаги, силы и веры в себя. Печкур Наталья Александровна – это тот человек, которая сохранила, выдержала, выстояла борьбу за метаболическую генетику. Она взяла одну проблему для решения, наиболее важную, наиболее социально значащую, это проблему лизосомных болезней накопления. Однако сделала это блестяще и продолжает это делать. А теперь позвольте
сказать еще, назвать еще некоторые имена, без которых просто дальнейшие наши рассуждения будут недостаточны. Я прежде всего хотела сказать слова благодарности Министерству здравоохранения Украины, которая, начиная наш опыт общения с Министерством здравоохранения, начался с 1975 года. Романенко Анатолий Ефимович. Это единственный министр здравоохранения, который наиболее долго был министром. И при его работе мы имели счастье участвовать в тех разборах, на которых он приглашал генетиков. И когда он говорил о тяжелой проблеме, о смерти женщин во время родов от кровотечений, он попросил меня высказать генетические позиции, возможности предотвращения этой патологии, также имеющей генетическую склонность. И его слова звучали таким образом. Акушеры-гинекологи, я призываю вас, послушайте генетиков. Как много значили эти слова для дальнейшего развития генетики в Украине. А замминистра Козлюк, мы его помним всегда и чтим всегда, потому что именно он подписал разрешение об открытии межобластного медико-генетического центра в городе в Харькове. Наиболее весомую поддержку мы всегда имели от Нины Григорьевны Гойда, которую мы все очень любим, очень уважаем и шлем ей самые теплые пожелания здоровья, добра, радости в этой жизни. После ее преемником стала Моисеенко Раиса Александровна. Она стала второй нашей помощницей, которая в Министерстве здравоохранения сделала чрезвычайно много для поддержки развития здравоохранения вместе с Раисой Александровной Богатыревой, бывшим заместителем министра, а потом министром здравоохранения. Конечно же, ничего, наверное, не смогли бы, никакой истории у нас бы не сложилось, если бы мы не верили в будущее, если бы мы не верили в то, что есть люди, которые все-таки нас поддержат. Нас – это генетика в Украине. Потому что мы себя, слобожанская генетика, всегда чувствовали и чувствуем той маленькой частицей большой генетики Украины. И поэтому я, слушая выступление Максима Степанова, нынешнего министра охраны здоровья, верю ему, надеюсь на него и прошу его. Весь свой талант и заложенные истории – это врач во многих поколениях. Помогите генетике не умереть. Мы на вас очень надеемся. Национальное агентство, которое переориентировало нас на новые виды работы, мы не знаем, никто не знает, как пойдет реформирование в Украине дальше. Но я хочу сегодня сказать, что Национальному агентству мы выражаем свою благодарность. Благодарность за поиск, благодарность за стремление, благодарность за то, что нас просто услышали. И мы надеемся, что услышат правильно. Я особые слова благодарности говорю Милютиной Виктории Васильевне, которая отвечает за работу Национального агентства в Восточной Украине. И, конечно, благодарности это нашему руководству. Потому что я думаю, что Харьковщина – единственный регион в Украине, где властные структуры всегда идут рядом с нами. Масельский губернатор, Демин – губернатор, Кушнарев – губернатор, Кернес – мэр, Фельдман, Аваков, Светличная, Скоробогач, Чернов, Добкин, Святош, Михайлов, депутаты областного совета – это те люди, которыми мы всегда рядом. И если нам что-то и удалось сделать, и создать какую-то свою историю, то это в результате такого консолидированного усилия. Теперь позвольте остановиться на отдельных страницах нашей истории. Сергей Николаевич Давыденко. Так звали человека, который считается в мире одним из родоначальников клинической генетики. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения невролога и родоначальника клинической генетики, академика Академии наук СССР.
Сергей Николаевич Давыденко связан с Харьковом очень сильно. Во-первых, его прадед был Андриан Иванович. Он был известным акушером-гинекологом и основателем общества врачей и возглавил борьбу с холерой в городе Харькове. А его дед был одним из губернаторов города Харькова. Сергей Николаевич после отбытия военной службы в 1910 году работал заведующим отделением Покровской психиатрической больницы в городе Харькове. К сожалению, мы не нашли в этой больнице хотя бы одну из его историй болезни. Если бы нам удалось это сделать, мы бы отстояли в мире авторитет Сергея Николаевича Давыденко в медико-генетическом консультировании людей. Я имею информацию, доставшуюся мне от дочери известного художника, со всеми документами, свидетельствующими о том, что в 1911 году он был утвержден в степени доктора медицины и принят приват-доцентом Харьковского медицинского университета. Так сложилась судьба, что первые свои шаги в генетике мне довелось сделать с академиком Евгением Федоровым Давыденко, будучи ее ученицей в Санкт-Петербурге. До конца своей жизни Евгения Федоровна держала свою руку на пульсе нашей жизни. Она была нашим первым консультантом, и до последнего своего дня она писала нам свои письма в поддержку. Приведенные снимки являются подтверждением нашей органической связи с родоначальником клинической генетики и все его связи и с Мечниковым, и с Павловым. Это все находит сегодня отражение в нашем историческом музее. Следующий. Сергей Николаевич Давыденко сделали вместе с Евгением Федоровной сделали целую страницу, написали о наследственных заболеваниях нервной системы. А мы сегодня все видим, что нет ни одного наследственного заболевания, где в той или иной степени не была бы задействована нервная система. Иначе быть просто не может. Второй человек, который повлиял на нашу судьбу, и, собственно, если говорить о моей личной судьбе, то это первый человек, это профессор Иван Иванович Грищенко. Это известный акушер. Это он первый сказал, что нужно делать амниоцентез при нарушении иммунологических взаимоотношений между резус-отрицательной матерью и резус-отрицательным плодом. Он, его это решение сделать амниоцентез персианина, в то время главный акушер-гинеколог Союза, посчитал несерьезным и всеми силами пытался отговорить. Но он был упрям. Иван Иванович Грищенко. Он видел на 100 лет вперед. Он знал, что инвазивная пренатальная диагностика станет сегодня одним из ведущих методов оценки состояния еще не родившегося человека. И он настоял. И это было сделано. И это был первый амниоцентез в Советском Союзе. Иван Иванович характеризовался абсолютным величием видения. То есть он мог видеть важность проблемы тогда еще, когда ее не видел никто. Именно он виноват в том, что именно в клинике возродилась клиническая генетика, заложенная в свое время таким же великим врачом, каким был Сергей Николаевич Давыденко. Это он вызвал меня и сказал: «Лаборатория на кафедре, возглавляйте». И тогда мы собрали группу энтузиастов, и я всегда шлю этим врачам свою глубочайшую любовь и уважение, потому что они шли в неизведанное. Это Александр Александрович Передерий, мой ученик, акушер-гинеколог. Это Негрио Валентина Леонидовна, это человек, который работала в клинике профессора Лещенко, прекрасный невролог. А профессор Лещенко создал первую совмещенную кафедру неврологии и генетики в Советском Союзе. Это Олег Головчанский, наш цитогенетик, который сделал, один из первых сделал после Верлинского Юрия, он был вторым, который сделал цитогенетический анализ хромосом в Украине.
Это Добродетская Алла Леонидовна. Это биохимик, которая написала первые страницы в биохимической нашей истории. И это был 1965 год. Мы развернули лабораторию биохимической генетики. Начаты исследования хромосом, медико-генетическое консультирование семей, а ваш покорный слуга овладела методом исследования полового хроматина, потому что он был крайне необходим для того, чтобы определить пол при интерсексуальном развитии. Наш первый пациент из Свердловска был с аномалией половой дифференцировки. Вторым пациентом был еще не родившийся ребенок с высоким риском муковисцидоза, носителя муковисцидоза. Сегодня им уже 50. Так возрождалась в Харькове клиническая генетика. И рядом с нами стояла патологоанатомическая служба, потому что в Харькове был создан первый перинатальный центр вскрытия мертворожденных детей и детей с пороками развития. И именно профессор Дерман показал нам возможность совместной работы на пользу живым. Потому что это у него мы уточняли диагноз, глядя в микроскоп. Это у него мы учились тем гистологическим исследованиям, которыми можно было подтверждать диагноз. Мы работали вместе. Грищенко и Дерман были друзья до последнего дня своей жизни. А в нашей жизни появились акушеры-гинекологи, те, которые вдохновляли нас на подвиги по тому времени. Потому что только Нина Сергеевна Гаврилова, мой учитель по акушерству и гинекологии, поверила в то, что амниоцентез, производимый нами, не причинит вреда. Мы развивались в доверии. Никонова слева от Ивана Ивановича сидит. Это человек, который привезла мне книжку по генетике, специально для этого ездила в Санкт-Петербург, привезла первую книгу. А рядом с ней Орехова Вера Сергеевна, которая была неонатологом, умевшим увидеть у детей наследственную патологию в 1967, 65, 67 и последующих годах. И поэтому такое окружение наших коллег, такое трепетное отношение к нам позволило нам уже в 1967 году выполнить ряд научных исследований по генетическим аспектам слабости родовой деятельности. Мы думали тогда уже, что здесь энергетический обмен задействован. По аномалиям половой дифференцировки, по изучению хромосомных аномалий при перинатальной патологии, по иммунологическому конфликту у беременных, по врожденным порокам развития, по материнской плодовой инфекции. Лекции. А сегодня нам читают эту лекцию из-за рубежа, в то время как Ирина Андреевна Жадан давно защитила докторскую по роли материнской плодовой инфекции. По инвазивным методам дородовой диагностики у нас появились первые кандидатские диссертации Вороновой, Надеждиной, Ребровой. Мы учимся у Светлова, мы учимся у Давыденковой. Учимся у великих людей того времени. 68-69 годы овладение методами инвазивной пренатальной диагностики позволило выполнить диссертационную работу Ребровой. Изучение цитогенетических исследований при коррекции пола у интерсексов позволило многим нашим больным обрести себя в этой жизни. Расширяется исследование в дородовом распознавании врожденных пороков развития уже в 71 году, потому что в это время у нас появилась возможность услышать сердцебиение плода вслух. Это была большая радость. Мы его слышали на всю палату и радовались, как дети, возможности определить состояние ребенка. Впервые представляем мы свой опыт медико-генетического консультирования при врожденных пороках развития. 72-74 год характеризовались тем, что мы научились распознавать благодаря вот этому примитивному ультразвуковому аппарату АЛОКа, если мне память не изменяет, два, увидеть в зеленом цвете такие пороки развития, как ахондроплазию, как пороки центральной нервной системы, а естественно увидеть уже, не только слышать состояние ребенка. И тогда мы на этой основе развили не только ультразвуковое исследование, рядом состоит Виктор
Лупаят, мы с ним начинали, и он был большой энтузиаст, овладевавший техникой, появившейся у нас впервые техникой. Медико-генетическое консультирование супружеских пар с отягощенным анамнезом стало уже более реальным, потому что мы могли потом увидеть, что собой представляет плод. Мы провели ряд исследований, чрезвычайно важных в этом направлении. В 1975 году, и вот эта фотография, я хочу, чтобы все посмотрели на нее внимательно. Это золотой фонд генетики того времени. Здесь такие великие люди, которые многих из которых, к сожалению, сейчас нет. Но именно по инициативе Барилека и Дышлового мы собрались в Гурзуфе, жили в диогеновых бочках, каждый день трепались про генетику. И этот научный треп положил основы, когда мы на основе развивающейся генетики в Украине, потому что все перечисленные участники этого собрания, этой школы, это была единственная, самая эффективная, самая прекрасная школа по генетике, которая возродила генетику в Украине. Среди них Дышловой, великолепный лектор, прекрасный ученый, замечательный человек. Он сделал чрезвычайно много. К сожалению, благодарных учеников у него оказалось немного. Юрий Верлинский – это человек, который в силу обстоятельств вынужден был оставить Украину. Он не хотел этого делать. А в Америке он стал известным. Он стал родоначальником методов, которые используются и сегодня. Игорь Иванович Бариляк, я уже говорила. Бужеевская, Каменская, Полтовец. Абсолютно гениальный Иван Федорович Паскевич, который уже 34 года ведал Институтом медицинской радиологии и потом был проректором по науке в Харьковском национальном медицинском университете. Он признан студентами, великим лектором. К сожалению, он рано оставил нас. С ним рука об руку. Мы шли в пропаганде генетических знаний, и переезжая из города в город, посещая все абсолютно конференции для того, чтобы глотками привозить информацию для возможности развития будущей генетики. Фролов – это человек чрезвычайно талантливый в области цитогенетики и в генетике вообще. Вот эта небольшая группа, да, я еще не назвала Вера Потвеляна, Петра Николаевича, отца нынешнего специалиста, известного всем, Николая Петровича Веропотвеляна, профессора, работающего в Кривом Роге, к сожалению, перешедшего на репродуктивные технологии, и только они все внимание его сейчас занимают, о чем мы очень сожалеем. Прекрасный генетик. В 1979 году наша лаборатория превращается в медико-генетическую консультацию в составе клиники, руководимой Валентином Ивановичем Грищенко. Теперь она уже располагается в трех кабинетах по принципу «а два в одном» и проводит первое всесоюзное совещание по дородовой диагностике. И в этом совещании принимают ученые, которых знает мир. Это Николай Павлович Бочков. Он сделал очень много для развития генетики в Украине. Это он открыл Львовский институт. Для нас он всегда был другом и советчиком. Иванов. Евгений Константинович Гинтер, длительное время возглавлявший медико-генетический московский центр. Светлана Ивановна Козлова, внесшая свой вклад колоссальный в развитие клинической генетики. Книжку написавшую, которая сегодня еще востребована. Геннадий Ильич Лазюк – это Белоруссия. Белоруссия имела замечательную группу, возглавляемую Лазюком, одну из лучших в мире команду медицинских генетиков – Николай Павлович Кулешов. Последующие годы эти научные контакты позволяли развивать и пренатальную диагностику, и расширять наше общение с зарубежными странами, выполнять
соответствующие научные исследования, которые в это время были абсолютно востребованы. Это разрабатывать методологию ультразвукового исследования плода. Мы внедряли неинвазивные иммуноферментные методы диагностики. Мы развивали клиническую цитогенетику. И тогда Зинаида Николаевна Николаева, наш бывший сотрудник, сделала чрезвычайно много для качественного развития этого метода исследования. Мы создали компьютерную программу, с помощью которых изучали состояние здоровья, генетические особенности харьковской популяции. И тогда эффективность преконцепционной профилактики составила 93%. Тогда был создан паспорт новорожденного «Ваш ребенок». В каждой женской консультации был подготовлен врач-генетик. Создана специальная генетическая обменная карта, которая позволяла уточнять диагноз. 84-85 год. Это усиленное развитие наше уже в новом качестве. Это создан межобластной медико-генетический центр. В это время мы открыли спутники в Сумской, Полтавской, Черниговской областях. Сотрудники спутников были подготовлены в нашем центре. Все районы Харьковской области и городские родовспомогательные учреждения имели своих консультантов-генетиков. Созданы три межрайонные медико-генетические кабинеты. Неуклонно росло число семей. Оно с 84 до 2004 выросло с 240 до 27 тысяч. И медико-генетический центр берет на себя весь массовый ультразвуковой скрининг беременных. Все специалисты города учатся у нас на нашем аппарате и становятся прекрасными специалистами в диагностике. 84 год. 86 год. Это годы, когда начат массовый скрининг новорожденных на фенилкетонурию и гипотиреоз. Скрининг беременных на альфа-фетопротеин для ранней диагностики пороков развития. 88 год. Министерство здравоохранения во главе с ЧАЗом высоко оценивает работу нашего центра и Криворожского центра. Выделяет нам по 1,5 миллиона рублей для того, чтобы мы дальше смогли развиваться. И если мне не изменяет память, и Донецкому центру в это время тоже была выделена эта сумма денег. Начинает действовать подготовленный центром приказ об обязательной консультации врачом-генетиком всех родившихся в городе и области детей с рожденной наследственной патологией. Потом это перейдет в генетический мониторинг, который у нас работает и сегодня. В 89 году по инициативе министра здравоохранения Чазова и известного иммунолога Рема Петрова открыта кафедра клинической генетики в Институте старшинствования врачей. К сожалению, до этого, 5 лет назад, была инициатива Академии, Всесоюзной Академии Наук по открытию этой кафедры, но усилиями доброжелателей она была, открытие это было задержано на 4 года. Следующий. В 91 году доклад нашего центра был принят в программу 8-го Всемирного конгресса по генетике, и это был первый контакт с мировой наукой, который обогатил новыми знаниями, предложениями о сотрудничестве, литературой, общением с великими молекулярными генетиками Варсановой и Юровым, которую мы сохранили на всю жизнь. Создана Украинская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики, я имела большую честь возглавлять эту ассоциацию. В 92-м году уровень родового распознавания порока врачами медико-генетического центра, он приблизился к мировому, и это признают на конгрессе в 95-м году в Японии, на Всемирном конгрессе. Высокая техника и знания генетики откроют нашему центру и кафедре путь на все последующие конгрессы. Мы будем центру и кафедре за это потом была вручена премия. Я счастлива, что в этой группе были такие известные люди, как Валерий Николаевич Запорожан, Игорь Романович Бареляк, Олег Зинович Гнатейко. Это те, с которыми мы... Да, еще, простите, и профессор Минков. Это та группа, которая все годы последующие работает вместе. 98 год, мы представляемся уже на многих конгрессах, я не буду их перечислять. Мы сами проводим уже первый форум возрождения «Возможно, если». В 99 году управление областного здравоохранения
выделила нас в самостоятельный центр. Это была серьезная, чрезвычайно серьезная, серьезный шаг в развитии дальнейшего нашего центра, потому что 22 июля 99 года – это есть день нашей независимости. Мы создали 10 проектов развития клинической генетики в нашем регионе. Они выполняются и по сей день. Указом заместителя городского головы Кийко впервые введен паспорт новорожденного. В 2000 год открыт Центр дородового воспитания детей, открыта кафедра медицинской генетики и ультразвуковой диагностики Харьковского государственного медицинского университета. Проведено 2 конгресса Украинской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в перинатологии и генетике «Плод как часть семьи», посвященный столетию генетики. В 2001 мы провели первую международную студенческую конференцию по медицинской генетике. Лаборатории центра биохимическая, цитогенетическая, молекулярная, пронатальная диагностики прошли адекватную сертификацию и получили право на проведение исследований. В 2002 с тех пор мы постоянно сотрудничаем с Мировым центром сертификации. В 2002 году центру передана современная диагностическая система MetaSystem фирмы Carl Zeiss для проведения цитогенетических, молекулярно-цитогенетических исследований, и врачи цитогенетики освоили компьютерные программы для анализа хромосом. Это было сделано Семеноженко. Это тот подарок, которому не было цены, как и всем подаркам, который сделал для нас Александр Степанович Масельский, потому что именно благодаря ему у нас уже была возможность выставить свои работы на 8-м конгрессе в Вашингтоне. Сотрудники центра Гречанина и Гусар становятся лауреатами государственной премии президента для молодых ученых в области науки и техники за выполненную работу «Митохондриальные болезни. Проблемы диагностики, лечения, профилактики». Врачи центра создали цикл телевизионных передач «Генетика для всех». Проведен первый украинский конгресс по клинической генетике с международным участием «Метаболические и наследственные болезни». В 2004 году нам присвоили звание члена-корреспондента Академии наук. Это было одновременно мне и другим коллегам из генетика. Проведена студенческая олимпиада «Генетик-2004», проведен украинско-американско-датский семинар «Будущее сотрудничества и лечения фенилкетонурии». Это сотрудничество продолжается и сегодня. Центр проводит акцию «Здоровый Харьков». Эта акция прошла с участием региона. Студенческие олимпиады. Центр клинической генетики превращается в специализированный медико-генетический центр. 2006 год тоже был достаточно плодотворным, потому что мы стали стабильно работать, и это было отмечено указом президента Украины. На базе центра открыт Украинский институт клинической генетики. Мы вошли в состав группы исследователей Метаболической ассоциации, которая работает и сегодня. В 2007 году мы провели международную научно-практическую конференцию «Плод как часть семьи». И под грифом Министерства здравоохранения издали учебник «Медицинская генетика», который сегодня еще востребован, но требует безусловного дополнения. За многолетний добросовестный труд мы получаем Центр приобретает 2 звания. Сначала почетного гражданина, руководителю центра города Харькова, а затем Харьковской области. В 2008 году на базе Украинского института клинической генетики Харьковского медицинского университета функционировал ученый совет, за который я искренне благодарила Андрея Михайловича Сердюка. И мы работали плодотворно, пока не вырастили своего Лысенко. Следующий. 2009-2010 год. Это годы, когда проведена традиционная всеукраинская олимпиада по медицинской генетике «Генетик-2009». Ассистенты кафедры медицинской генетики Бугаева и Васильева защищают кандидатские диссертации. В 2010 году мы празднуем столетие клинической генетики на Слобожанщине и 45-летие Харьковского специализированного медико-генетического центра.
2011, 2020. Мы скажем сегодня об этом только в снимках. Я приглашаю к просмотру и к малому видео. Все остальное, что случилось после 2011 года, мы планируем вам показать в будущем году, в 2020. Мы надеемся, что все, что мы сможем показать, будет отражать наш путь вперед. Без этой надежды жить просто невозможно. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы сейчас услышали доклад Елены Яковлевны Гречаниной о развитии, о вехах, значимых вехах в развитии медико-генетической службы в Слобожанщине и в Украине. Она прекрасно рассказала о тех гигантах генетической науки, которые стояли у истоков развития этой интегральной дисциплины.
Я углубляю свои воспоминания о этом периоде, именно возрождения науки. Моя учеба в университете и дальнейшая работа были уже сопряжены с тем периодом, когда происходило возрождение генетики в Советском Союзе, в Украине и у нас в Харькове. Действительно, нужно сказать, что Харьков – это необычный город, и он занимает определенное географическое положение. Через этот местность всегда проходили торговые пути. Различные народы в разные периоды заселяли эти земли, такие как сарматы, скифы, аланы, печенеги, половцы. И все это способствовало высокой рекомбинации генов, дрейфа генов, высокая гетерозиготность в популяциях, способствовало появлению талантливых, креативных, пассионарных личностей, которых на Слобожанщине всегда было много. Ну, таких, например, как Сковорода, Репин, Мечников, Бекетов, Погорелов и другие. Ну и, конечно же, те люди, о которых мы сегодня говорили и будем говорить. Но всегда в творческом и научном обществе существовали так называемые кланы талантливых людей со знаком плюс, либо со знаком минус. Эти кланы формулировали те или иные научные парадигмы и ожесточенно защищали их. Так было во все времена, в том числе и сегодня. Всемирные корпорации пытаются привязать ученых к какой-либо концепции с помощью различных рейтингов. Мы должны помнить об этом и, в общем-то, противостоять тому, чтобы наше творчество было направлено в какое-то прокрустово ложе. Так всегда делала Елена Яковлевна, и ей удавалось достичь определенных творческих вершин. Но, как известно, генетика – это основа всех биологических дисциплин, это интегральная наука, которая является базой всех медико-биологических направлений. Человека разумного во все времена интересовал вопрос, как происходит передача наследственных свойств в ряду поколений и почему бывают изменения этих признаков. Рассматривая историю становления генетики на Слобожанщине, нельзя не вспомнить об огромном влиянии ученых мировых отечественных научных школ на развитие фундаментальных практических направлений в области общей генетики. Мы услышали прекрасный доклад, прекрасный отчет о работе, ну, будем говорить, гигантского такого научно-учебно-лечебного учреждения, как наш медико-генетический центр, наша кафедра медицинской генетики города Харькова, Институт медицинской генетики. Елена Яковлевна рассказала ту историю, которая предшествовала этим всем достижениям. Это действительно был титанический труд. Значит, ну и вот эти гиганты, которые стоят у истоков развития общей генетики, медицинской генетики, вопросов мутагенеза, иммуногенетики, генетики растений и животных в городе Харькове. В СССР в 40-х годах генетика стала эпицентром борьбы с менделистами-морганистами. Об этом говорила Елена Яковлевна и зачитывала из отрывки из книги главного оппонента классических генетиков. И борьба эта с менделистами-морганистами происходила за так называемую пролетарскую науку. Период полного отрицания существования законов генетики и материальных носителей наследственности в 30-е годы был сопряжен с трагическими политическими событиями. Об этом периоде писал известный русский биолог Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, который работал с Нильсом Бором и очень успешно занимался впоследствии исследования радиационного мутагенеза. Он говорил, что идеология, противоречащая этическим нормам альтруизма, приводит к гибели общества в результате кастового группового отбора. Именно кастового группового отбора. Так именно происходило, когда Лысенко захватил не только научные бразды правления, но и политическое влияние на генетическую науку в СССР. Развитие генетики на Слобожанщине происходило почти по всем имеющимся направлениям отдельных генетических дисциплин. Ну, я позволю вам напомнить, что генетика – это интегральная дисциплина, и она слагается вот из тех именно, которые здесь представлены. Сегодня есть еще более, так сказать,
дискретные части этой науки. Это медицинская генетика, это цитогенетика, это генетика растений, животных, микроорганизмов, генетика вирусов, молекулярная генетика, палеогенетика, антропогенетика и иммуногенетика. Ну, вот эти все дисциплины и были представлены в нашем городе. В городе Харькове в различных учреждениях ученые занимались, ну, конечно, их было гораздо меньшее число, чем тех ученых, которые работали в области медицинской генетики. Ну, я считаю, что мы непременно должны вспомнить об этих направлениях. Значит, тяжелый период политического преследования, я кратко об этом остановлюсь, представители генетической науки. Борьба с научными и философскими идеологическими течениями в 40-х годах. До этого, еще в 20-х годах, такие гениальные, известные ученые, как Кольцов, Серебровский и другие, были очень увлечены и благодаря своему предвидению развивали направления исследований и писали определенные научные статьи в области евгеники. Тогда фактически все во всех странах ученые, особенности этим фундатором этих идей был Кольцов в нашей стране. Они говорили о том, что нужно улучшить природу человека. Но уже в 27-м году против этих воззрений об улучшении природы человека накинулись на Кольцова очень многие ученые, как я уже говорила, которые боролись за пролетарскую науку и сказали, что это невозможно. Были об этом сегодня, наверное, будет рассказывать более подробно Анатолий Иванович Бошков. Я хочу сказать, что в дальнейшем разгром старых научных школ происходил очень мощно в 30-е и 50-е годы, и было все, так сказать, сообщество вот этих самых политических деятелей, направлено на развенчание евгеники. Поход против генетики был завершен, поставлена была жирная точка в этом направлении в 1948 году. Это сессия Восхнил. После этой сессии Восхнил, ну, правда, пострадал и был отправлен в лагеря только один ученый-генетик, этот был Эфрейм Сон, я о нем буду говорить, но, в общем-то, после 1948 года пострадали очень многие ученые-генетики. Мы, конечно же, знаем о Вавилове, которого сегодня во всем мире сравнивают с Менделеевым. Его учение об изменчивости гомологических рядов растений – это фактически, ну, того же уровня исследования. После войны борьба политизированных кланов ученых с так называемым раболепством перед Западом началась. Многих ученых, которые переписывались тогда, в основном ученые общались на уровне личных писем. Была личная переписка, в журналы были, но их не было такое количество, как сегодня, и ученые переписывались о своих идеях в личных письмах друг другу. И многие ученые публиковали за рубежом свои генетические идеи, и их стали обвинять в том, что они проявляют раболепство перед Западом. Это тоже было очень таким серьезным барьером, препятствием для развития генетической науки. Возрождение генетики учеными-энтузиастами происходило в Советском Союзе, как говорила уже Елена Яковлевна, в конце 60-х годов. Очень осторожно. Очень я буду об этом дальше говорить, не хочу забегать вперед. Значит, это были даже такие вот домашние кружки. Люди в кулуарах беседовали, у костра. Например, в Харькове на биологической станции в городе Змеёве, в Гайдарах, у костра люди собирались, энтузиасты генетики, и говорили о том, какие сегодня известны в мире достижения генетической науки. Ну и роль, конечно, украинских ученых в развитии современных направлений генетических исследований, она бесспорна. Здесь было очень много энтузиастов, которые дышали этой проблемой. Ну и вот как же начиналось это биться пульс, и как начиналось возрождение этой нити жизни.
Вот нравственные установки одаренных талантливых людей помогли им достичь высоких результатов в их научно-практической деятельности в области медицинской генетики. Мы сейчас слушали доклад Елены Яковлевны о развитии медицинской генетики именно в Харькове, и мы это видели. Научная, лечебная, организационная деятельность Елены Яковлевны – это творческий путь высокого служения и самопожертвования во имя человека. Елена Яковлевна обладает даром интуиции, невероятной трудоспособностью, педагогическим талантом и является эффективным организатором, умеет ставить перед коллегами те задачи, с которыми именно они могут справиться. Благодаря этим качествам Елене Яковлевне удалось создать медико-генетическую консультацию. Вот здесь преподаватели кафедры клинической генетики во главе с Еленой Яковлевной Гречаниной, заведующей. Это было такой, это был уже не первый коллектив, который она возглавляла, Елена Яковлевна, она рассказывала сегодня подробно об этом. Ну вот это одни из тех фотографий, которых я бережно храню той эпохи. Ну, а теперь немножечко я все-таки расскажу о развитии генетических исследований в ГАФе, кафедре по тем дисциплинарным направлениям, которые включают вообще общая генетика. В 70-х годах 20-го столетия в Харьковском институте эндокринологии была создана лаборатория цитокинетики, которую возглавлял Верлинский Юрий Владимирович. Елена Яковлевна тоже упоминала о нем сегодня. В лаборатории Верлинского Юрия Владимировича мне удалось работать после окончания университета, и я фактически у него и у его сотрудников Зинаиды Николаевны училась цитогенетике. В Институте медицинской радиологии другой известный ученый Паскевич Иван Федорович занимался молекулярно-генетическими исследованиями, компонентом хроматина и впервые выделил фермент РНК-полимераза. В Институте биологии Государственного университета Горького, он тогда носил имя, Анатолий Иванович Бошков работал и изучал закономерности регуляции экспрессии генов в онтогенезе под руководством Лилии Максимовны Шерешевской. В Институте растениеводства и генетики имени Юрьева ученые генетики и селекционеры занимались выведением продуктивных гибридов злаков. Профессор Гурьев занимался сортоиспытанием гибридов кукурузы, фактически были тоже генетические исследования с методами селекции. А профессор Шулындин выявил легендарный сорт пшеницы Тритикали, который был районирован на больших посевных территориях Советского Союза. Развитие генетических исследований в Харькове нельзя себе представить без вклада такого ученого с всемирно известным именем. Это Владимир Павлович Фрейнсон, который работал во многих городах Советского Союза, так как он был фактически сослан много раз и много раз сидел на Лубянке и в лагерях по всей территории нашего Союза за свои взгляды в области генетики. Но этот человек работал и в нашем регионе. Вначале он приехал из Ташкента в город Мирефу Харьковской области и работал на выведении чистых линий шелкопряда. Об этой научной работе им была написана чудесная книга. Там были описаны все эксперименты, все результаты. Но эту книгу, она была набрана в типографии, было разбросано определенными доброжелателями весь набор, а коллекция шелкопрядов, этих уникальных линий гибридов, была сожжена. Фрейнсон, зная 4 языка, реферировал странные статьи по генетике и написал книгу «Введение в медицинскую генетику». Это было, в общем-то, в 40-х годах. За эту книгу ему тоже, в общем-то, доброжелатели посулили веселую жизнь, и он был в очередной раз заключен. В 1960 году он работал в Харьковском институте вакцины сывороток имени Мечникова и написал первую в СССР книгу «Иммуногенетика», давшую дорогу новой науке. Я сегодня хочу обратить ваше внимание на те достижения, Елена Яковлевна уже об этом говорила, наших ученых, соотечественников,
у которых был украден приоритет во многих направлениях. Ну, также было, в общем-то, и, ну, буду об этом говорить, например, с Соловниковым, который говорил о том, о роли теломерных участков хромосом в процессах старения, о Ванюшине, который первый описал процессы метилирования и их роль в эпигенетической изменчивости. Эти приоритетные работы были как-то незамечены мировой общественностью, и Нобелевские премии за эти исследования были получены иностранными специалистами. Также было и с Эфрейсоном, я об этом скажу немножечко позже. Ну, развитие генетических исследований также, в общем-то, нельзя в эту плеяду ученых, в этой плеяде ученых не вспомнить об академике Васильеве Владимире Николаевиче, который работал много лет в Москве, в Томске, в Институте иммунологии и микробиологии имени Мечникова в Харькове и занимался изучением закономерности мутабельности генома и иммунорезистентности в популяциях человека. То есть фактически этот человек занимался тоже и популяционной генетикой. Но нельзя не сказать о наших животноводах и генетиках, которые работали в Институте животноводства имени Украенко. Это Николай Дмитриевич Безуглый, который занимался эмбриональным клонированием и получением клеточных химер крупного рогатого скота. Ну и теперь я хотела бы опять вернуться к, нам, к своим воспоминаниям о научном пути Елены Яковлевны-Гречанина. Значит, ну на этой фотографии мы уже сегодня видели, это профессор Грищенко со своими сотрудниками и аспирантами. Ну, я помню, как тепло всегда Елена Яковлевна отзывалась об Иване Ивановиче, который был заведующим кафедры, занимался внутриутробной диагностикой гемолитической болезни плода. Да, действительно, и вот в то время мы читали об этом, и меня даже мое направление в моей научной работе в какой-то степени тоже было детерминировано вот этими вещами, потому что здесь идет речь и о иммунологическом конфликте. Он был талантливым врачом и учителем. Значит, ну, Елена Яковлевна говорила, что в 65-м году она аспирант кафедры акушерства и гинекологии, а в 84-м году ассистент кафедры акушерства и гинекологии Харьковского медицинского института. В тот же период Елена Яковлевна организует научную группу специалистов и лабораторию цитогенетики на базе кафедры гинекологии. И цитогенетические исследования у нее выполняла Кравцова Ирина Николаевна. Я тоже знаю эту сотрудницу, мы с ней вместе вначале работали у Верлинского Юрия Владимировича. 84-89 год заведующий медико-генетической консультации областной больницы. Об этом Елена Яковлевна подробно рассказывала. Ну и, конечно же, нельзя не сказать, нельзя не вспомнить о харьковских ученых-генетиков, которые работали на кафедре генетики и принимали участие в развитии генетики в городе Харькове. В 1933 году в Харьковском университете была организована кафедра генетики. 1933 год. Уже, в общем-то, начались нападки из когорты борцов за пролетарскую науку на генетиков. За почти столетний период на кафедре трудились известные ученые, которые внесли серьезный вклад в развитие этой данной дисциплины. Но были и другие, которые, в общем-то, перекрасились и стали идеи Лысенко выдавать как истину в последней инстанции. Послевоенный период в стране проходили некоторые негативные события, которые во многом приостановили генетическую науку в Харьковском университете. Однако были замечательные ученые, развивавшие в этот период трудный период науку о наследственности и изменчивости. Ну, в разное время на кафедре преподавали Николай Павлович Дубинин. Это 35-36 год, всем хорошо известный генетик.
Софья Зоя Сафроньевна Никора, ученица Четверякова, самого Четверякова. Дубовский, который внес существенный вклад в теорию генного баланса. Владимир Павлович Фрэнсон. Он работал также не только в МИРЕФе, институте вакцины сывороток имени Мечникова, а он и работал на кафедре генетики Харьковского университета. В 41-м году, 46-м, 47-м, и он был учеником Четверякова тоже, и Кольцова. А Четверяков является одним из основоположников социобиологии и эволюционной психологии. Ну и, конечно же, Ефраимсон был непримиримым оппонентом Лысенко, который подал в ЦК заведующему отделом науки Жданову соответствующую докладную записку накануне печально известной сессии ВАСНИЛ 1948 года, остановившей развитие генетической науки в СССР на некоторое время. И вот эта записка к Жданову фактически во многом приостановила его научные изыскания. Он на много лет попал в лагеря. Смена поколений и воззрений на кафедре генетики происходила с 1937 года, когда заведующий кафедрой цитологии и дарвинизма был некий Рыжков, ученик Карла Коренса, основатель отечественной школы по цитоплазматической наследственности, именно той наследственности, которая сегодня изучена, ну, я не могу сказать досконально, но очень хорошо, и в медико-генетическом центре придается большое значение изучению так называемой митохондриальной наследственности, внеядерной наследственности. Так вот, именно Коренс, он изучал цитоплазматическое наследование хлоропластов. Рыжков был его учеником. Он автор монографии по генетике эволюции пола, основной учебник для вузов 80-го года. 41-48 год, заведующий кафедрой Поляков, член-корреспондент Академии наук, автор первого советского учебника по эволюционному учению дарвинизму. Поляков был историком биологии, специалистом по творчеству Ламарка, теории эволюции и работал совместно с Лукиным. И я хочу сказать, что его ученицей была преподаватель кафедры генетики и цитологии Зинаида Титовна Сала, у которой представилась нам с Анатолием Ивановичем учиться, и она фактически уже не на лекциях, тогда еще это было, в общем-то, наверное, с опаской люди об этом говорили, ученые, она говорила о роли так называемых длительных модификаций, сегодня мы их называем эпигенетическими изменениями. И вот фактически Поляков, он тоже был сторонником вот этого наследования длительных модификаций. В 1948-51 году заведующим кафедром был Никитин. Основная научная деятельность Никитина была физиология старения и геронтология. Был учеником Нагорного академика, известнейшего ученого во всем мире. И после его смерти кафедру возглавил, он возглавил кафедру физиологии после смерти Нагорного. Ну, а вот в 1953-1965 году кафедрой заведовал доцент Иван Петрович Валуев. Не буду я много говорить об этом ученом. Он, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, именно относился к тем ученым, которые были в когорте со знаком минус. Ну, и, конечно же, нельзя не рассказать о профессоре Валерии Гаевиче Шахбазов, заведующей кафедрой генетики, который заведовал с 1965 по 2005 год. Валерий Гаевич Шахбазов – член, учредитель Общества генетиков и селекционеров СССР имени Вавилова. То есть он участвовал вот в этой организации, этого общества и возрождении его уже 60-х годов. Шахбазов был учеником Калабухова, основоположника цитобиофизического направления в экологической генетике. Фактически Шахбазов, благодаря его увлечению исследованиями по влиянию физических факторов на геном, разработал, он был также ярым энтузиастом изучения явления гетерозиса, инбридинга, и им была создана теория Ягрона. Но это особая тема, и эта его теория, она, в общем-то, объясняла
эффекты гетерозиса на уровне уже физической химии с учетом взаимодействия спинов и орбиталей электронов. Изучение влияния факторов окружающей среды на генетике происходило таким образом. Изучались вопросы взаимодействия меняющихся средовых факторов с консервативным и наследственным началом волновых, волновало ученых с давних пор. А проблемы адаптации, модификационной изменчивости и реализации наследственных факторов в норме, их реализации, занимались многие ученые. То есть фактически уже тогда под действием факторов среды, в особенности физических, и таких, как, например, магнитное поле, свет, ультрафиолет, даже температура, удавалось на объектах генетических дрозофилей, шелкопрядов получить вот такие вот наследуемые эффекты. Шабазов изучал явление функциональных морфологических особенностей инбредных линий и гетерозисных гибридов различных видов животных. И в его этой теории Ягрона он описал феномен явления гетерозиса на уровне изменения спинов электронных облаков, входящих в структуру хроматина, полагая, что эффект гетерозиса зависит от возбуждения электронных орбиталей у гетерозисных гибридов. Исследования в этой области проводили на различных животных, растительных объектах, клеточных системах, на полиэтенных хромосомах двукрылых дрозофила меланогаста. В то время у Шахбазова было много учеников. Одной из таких была Галина Степановна Лабынцева, работавшая на кафедре под руководством Валерия Гаевича Шахбазова. И она разработала методологию изучения электрофоретической подвижности клеточных ядер для оценки функционального состояния клетки и для изучения феномена ядерно-цитоплазматических взаимодействий. Этот метод позволил оценивать характер интенсивности подвижных ядерного генома в электрическом поле и впоследствии у разных генетических, так сказать, генетически разнящихся организмов, и впоследствии был успешно использован для экспресс-диагностики физиологического резерва у гибридов и чистых линий, и также для оценки биологического возраста объекта. Ну вот на данной фотографии Валерий Гаевич Шахбазов, его ученики Чепель, Николаева и Шкорбатов. Ну, я уже говорила, что на кафедре генетики работали такие замечательные ученые, как Зинаида Титовна Сала, которая занималась изучением теории эволюции и проблемы формирования длительных мендификаций. Также серьезными исследованиями занималась Надежда Григорьевна Шестопалова, изучая эффекты индуцированного метагенеза под действием различных видов радиации. Благодаря тому, что в Харьковском университете сосредоточено было большое количество кафедр, которые занимались физикой, в том числе и ядерной физикой, то вот альянс этих ученых позволил сделать очень серьезные, проводить серьезные исследования, в том числе больших нейтронов на растительных объектах. Целя Максимовна Шерешевская занималась исследованием молекулярных носителей наследственности нуклеиновыми кислотами и гистоновыми белками. На кафедре генетики изучали разные аспекты влияния физических факторов на функциональные особенности животных, растений, человека в зависимости от возраста и генотипа. Наряду с биофизическими методами проводили исследования так называемой электрофоретической подвижности ядер, проводили цитологические исследования, цитогенетические. Подготовка студентов на кафедре генетики цитологии была по таким направлениям. Это исследование мутабельности, кариотипирование, молекулярно-генетические исследования и гибридологический анализ. Сотрудники кафедры имели возможность заниматься научно-исследовательскими работами по различным направлениям генетики. Профессор Шахбазов уделял много внимания проведению производственной практики студентов ведущих институтов бывшего СССР. В том числе это был Ленинградский институт, Институт цитологии, Институт медицинской генетики. В 1975 году в соответствии с государственным распределением Министерства образования студенты были распределены на работу на кафедру генетики и цитологии.
Это Валентин Федорович Чиско, который занимался проблемой изучения гетерозы, ну, Леванж Бошко, изучал закономерности процессов репликации ДНК и транскрипции РНК, и Климова, которая изучала особенности циркадных ритмов и фотопериодических реакций у инбредных линий и гетерозисных гибридов. Ну, это вкратце те направления, которыми в Харькове занимались. Как видно, что все направления были фактически охвачены, кроме генетики микроорганизмов и генетики вирусов. Но я думаю, что в нашем городе непременно должно будет развиваться и это направление, потому что оно сегодня, ну, открывает колоссальные возможности для фундаментальных исследований. А фундаментальные исследования генетики всегда помогают, в общем-то, развиваться другим дисциплинам. Ну и, конечно же, опять я хочу говорить о своих воспоминаниях при Елене Яковлевне, которая является фундатором новых творческих идей. Она является директором Харьковского специализированного медико-генетического центра, института, директором института генетики и заведующей кафедрой. Она является заслуженным деятелем науки Украины, почетным профессором Харьковского национального медицинского университета и почетный член Международного союза врожденных нарушений метаболизма. У Елены Яковлевны еще очень много различных регалий. Мы об этом, я думаю, еще сегодня услышим. Ну и вот некоторые фотографии, которые действительно хранятся у нас в домашнем архиве. Это сотрудники кафедры клинической генетики, врачи-курсанты первого дебютного цикла повышения квалификации во главе с Еленой Яковлевной. Значит, в 1987 году, благодаря своей целеустремленности, творческой энергии и клиническому опыту, Елена Яковлевна организовала первую в Украине кафедру клинической генетики и пригласила на работу сотрудников различных специальностей, которые с энтузиазмом взялись за разработку и организацию направлений генетики, необходимых для медико-генетического консультирования, населения региона и обучения курсантов дисциплинам, необходимым для обретения фундаментальных знаний в области генетики, постижения практических навыков для постановки диагнозов, связанных с генетически детерминированной патологией. Курсанты ХМАПа первого цикла кафедры клинической генетики были самыми запомнившимися слушателями, так как преподаватели очень тщательно готовились и очень ответственно проводили лекции и практические занятия. Циклы на кафедре клинической генетики имели большой успех среди практических врачей не только в медучреждении Украины, но и всей территории огромной страны. Ну, вот еще некоторые фотографии тоже. Это активная научно-практическая работа, это тоже фотографии кафедры с курсантами. И я бы хотела сказать, что международные конференции, которые проводила Елена Яковлевна, она умела привлекать и объединять научный потенциал многих ученых страны. Приглашала на конференции генетиков Киева, Львова, Мукачева, Кривого Рога, Москвы, Ленинграда, Новосибирска. В Харьков приезжали Бочков, Лазюк, Барюляк, Дошловой, Горовенко, Баранов, выдающиеся ученые генетики. Из Харькова, Киева и Львова были увлечены идеей организации Института медицинской генетики в Украине. Пути достижения этой цели обсуждали на официальных конференциях и очень часто в коридорных беседах, в гостиничных номерах или на природе. Ну, Елена Яковлевна об этом говорила. Это Барыляк, Дошловой, Пашкевич, Полтовец, Гнатейка, Бужиевская, Дуган и другие. Реализация сокровенной мечты – это создание медико-генетической службы в Харькове. Елена Яковлевна впервые в СНГ разработала первичную профилактику врожденной наследственной патологии для супругов и лично предоставила ее 450 тысячам харьковчанам. Разработала и внедрила программу скрининга новорожденных на фенилкетонурии. Харьковская школа клинической генетики, основанная Еленой Яковлевной, известна не только в Украине, но и за ее пределами далеко за рубежом.
Ну и, конечно же, нельзя не сказать о тех ученых, которые были непосредственно, оказали непосредственное влияние на развитие генетических исследований как в области медицинской генетики, так и в других областях. Это же, конечно, Гершинзон Сергей Михайлович, который окончил Московский университет, он был учеником Четверякова, работал в биологическом институте Тимирязева, в институте генетики. Значит, в 1937 году по письменной просьбе легендарного отечественного эволюциониста Шмальгаузена он прибыл в Киев и заведовал кафедрой генетики и дарвинизма. Об этом ученым нужно особо сказать, потому что он был о состоянии преподавания биологических дисциплин в университетах и по мерам по укреплению биологических факультетов квалифицированных кадров биологов-мичуринцев. Значит, он был из-за того, что были как раз гонения на генетике, он был освобожден от работы как проводившего активную работу против мичуринцев и мичуринского учения и не обеспечивший воспитание советской молодежи в духе передовой мичуринской биологии. Он заведовал сектором 68 по 73 год молекулярным сектором в Институте молекулярной генетики, а затем в отделе был организован на базе сектора молекулярной генетики и был сотрудником института в 86 году физиологии растений и генетики. Он публикует свою революционную статью о мутагенном геймсе тимусной ДНК на дрозофилу. И тем не менее, Нобелевскую премию за это открытие и несколькими годами позже вручают его опытному зарубежному коллегу Герману Мюллеру. Помимо химического мутагенеза, Сергей Гершинзон обнаружил феномен прыгающих генов и обратную транскрипцию. В Стокгольм не замечал достижений советских ученых, чему была причина гонения на генетику в СССР в 40-е и 50-е годы. И Нобелевской премией отмечается работа американца Гарварда Тёмина и Дэвида Балтимора, независимо повторивших открытие Гершинзона – синтез вирусной ДНК на матрице зараженной РНК. Следует отметить, что Дэвид Балтимор в письме Сергею Гершинзону, личному письме, искренне извинился перед ним, поскольку не был знаком с его более ранними работами. То есть фактически человек и по мутагенезу, и по обратной транскрипции был первым в мире. Ну, а Нобелевскую премию, как всегда, получили другие. Бужиевская Тамара Ивановна очень тепло о ней говорила, Елена Яковлевна, и говорила о том, что эта женщина была ученицей Гершинзона, и она фактически, ее диссертационная работа была посвящена вирус-индуцированному мутагенезу в клетках млекопитающих. Она исследовала вирусную ДНК, ее влияние как фактора мутации. И фактически вот эта обратная транскрипция с РНК на ДНК была выявлена и с помощью ее исследований. Основные труды ее – это в области популяционной молекулярной генетики и цитогенетики. Она была потрясающим цитогенетиком. Мне предоставило счастье, я считаю, что она была в моей диссертационной кандидатской работе, которую я защищала в Институте медицинской генетики у Бочкова Николая Павловича, она была моим оппонентом. Она также исследовала механизмы наследственной изменчивости природных популяций. Но я не могу не сказать такие, в общем-то, не сказать о таких воспоминаниях. Это говорила Елена Яковлевна, она говорила о Тамаре Ивановне такие слова, что совершенно верно, у меня есть приятельница и коллега, киевский профессор Тамара Ивановна Бужиевская, она нам когда-то говорила, вы знаете, Елена Яковлевна, с того момента, когда я стала говорить, что я всего лишь рупор, моя жизнь приобрела совершенно новую окраску. Мы сошлись с Тамарой Ивановной в том, что думали совершенно одинаково. Ну и, конечно, я еще раз хотела бы сказать о Владимире Павловиче Ефраимсоне, который работал у нас в Харькове, работал в Москве, в Ташкенте. Ему удалось поставить экспериментальную проблему на прочную основу
Он занимался, изгнанный из университета, со своим учителем Николаем Константиновичем Кольцовым. Он боготворил Кольцова, считал его величайшим ученым, величайшим педагогом, бесконечно высоким человеком. Основные работы вызваны, это ускорение процесса возникновения мутаций под влиянием радиации, рентгеновских лучей. Ему удалось поставить экспериментальную работу на прочную основу количественного учета числа получаемых у дрозофилы леталей в зависимости от абсолютной величины дозы ионизирующей X лучей. Вторая работа по вопросу о влиянии высокой температуры на мутационный процесс. И третья работа – это детальное изучение одной новой мутации, полученной в опыте вызывания мутации у дрозофилы действием радия. Автор развивает предположение, что найденный и новый ген помещается в Y-хромосоме, явление, заслуживающее особого внимания у дрозофилы. Он начал работать в медико-биологическом институте Соломона Гуревича Левита. И в 1932 году Эфрамсон пришел к мысли о сочетании равновесия между мутационным процессом и отбором. А главное к тому, что на основании этого равновесия можно сделать совершенно неожиданный вывод – определить частоту мутирования у человека. То есть речь шла о чем-то совершенно очевидном, о существовании естественного отбора у человека. По тем временам это считалось криминальным. Это было в самом начале 30-х, когда в генетике, особенно в генетике человека, осуществлявшейся тогда с евгеникой, стали сгущаться тучи идеологического погрома. Значит, так же, как и с Гершензоном, с ним произошла такая же история. Значит, он работал с американским ученым Мюллером, который после отъезда в Америку в 1946 году получает Нобелевскую премию за работу по мутагенезу, а Эфрамсон до 1935 года остается в лагере. А вот эта работа по мутагенезу, она была сделана вместе с Эфрамсоном в Советском Союзе. Значит, кандидатскую Эфраимсон сделал в Ташкенте, куда разрешили поехать только после того, как он сидел. Безработица и поражение в правах после отсидки по 58-й статье еле-еле устроился. Сначала работать на Украине, как он говорил, в городе Купинске, в местной школе. Ну и в Мерефи, и потом на кафедре, и потом в институте именно вакцин и сывороток. Ну и, конечно же, это тот человек, о нем нельзя сказать, который тоже был колоссальный вклад внес в подготовку кадров в Советском Союзе, это Иосиф Рапопорт. После окончания школы он был принят на биофак Ленинградского университета, а далее следовала аспирантура в генетической лаборатории Института экспериментальной биологии, которым руководил биолог Николай Константинович Кольцов. Видите, Кольцов, он собирал фактически всех вот этих гениев. Аспирантура была завершена в 1938-м, и диссертация «Ученое звание биологических наук» защищена в Институте генетики Академии наук СССР. В 1962 году Нобелевский комитет сообщил советским властям о выдвижении кандидатуры Рапопорта совместно с Шарлоттой Ауэрбах на Нобелевскую премию за открытие химического мутагенеза. Но та политическая ситуация, которая была в Советском Союзе, не позволила этому ученому получить Нобелевскую премию. В результате премия за открытие химического мутагенеза не была присуждена ему. Ну и, конечно же, надо сказать несколько слов в связи с этим ученым, который выступал в 1978 году в Москве в Дворце съездов на 14-м Международном генетическом конгрессе. Значит, там выступали различные ученые из стран Европы, Америки и Австралии. Открыл 14-й международный конгресс ученый-генетик Рапопорт.
Выступали ученые со всех континентов, отмечали выдающиеся заслуги в области генетической науки, репрессированного в 40-е годы Вавилова и других, конечно, ученых, его теорию гемологических рядов. В работе Конгресса участвовали украинские ученые. Профессор Паскевич, Полтовец, Кривич, Шурупова, Климова, Бареляк. Слушали доклады известных зарубежных и отечественных ученых. На этом конгрессе многие молодые специалисты впервые узнали о важных современных направлениях исследований в области генетической науки, что послужило мощным импульсом в развитии их научной деятельности. Вот это открытие Международного генетического конгресса выступает как раз Рапопорт. С правой стороны виден Николай Павлович Бочков в президиуме. Ну и Игорь Романович Бареляк – это известный ученый в области изучения факторов окружающей среды на геном, который, ну, фактически, работая во многих учреждениях Киева, был одним из тех энтузиастов по организации медико-генетической службы в Украине. Направление научных исследований Игоря Романовича Бареляка – это экогенетические исследования, изучение мутагенной и тератогенной активности факторов среды, поиск, в первую очередь, растительного происхождения организмов с антимутагенными свойствами. Бареляк – автор концепции внедрения в практику здравоохранения принципов медико-генетического консультирования, создание эффективной медико-генетической службы. В 1999 году Бареляк создал научный центр медицинской генетики и возглавлял программу, научно-техническую программу «Защита генофонда населения Украины». Председатель проблемной комиссии медицинской генетики Украины, президент Украинского альянса по повреждению врожденных недостатков развития, член правления Международного альянса и, конечно, вот его заслуга величайшая – это создание совета тоже. Ну вот участие участники, харьковские ученые генетики в работе Международного конгресса. Значит, вы видите, вот там была такая история, мы когда приехали на конгресс, харьковская делегация, регистрировались, нас попросили зайти в специальную комнату, ну, определенные службы нас очень активно спрашивали о судьбе Верлинского, с которым мы работали, это был коллега, но конгресс уже начался, и нас тогда представители из этой комнаты усадили, вот, видите, красной стрелкой, сидим мы, Шурупова, Климова, Ведмедерия, Паскевич и Бареляк. Мы сидим в первом и втором году. Значит, а вот участие в научных школах, конференциях, конгрессах позволило молодым специалистам наладить научные контакты со многими известными учеными, что в дальнейшем повлияло на развитие новых направлений исследования, и особое внимание в медицине стали уделять вопросам генетической предрасположенности к различным заболеваниям и роли высокой мутабельности генома для развития различной мультифакториальной патологии. Подготовка молодых специалистов в этот период в стране организуется много различных школ молодых ученых. Вот здесь вы видите участники школы молодых ученых. Мне представилось возможным побывать на такой школе в Ростове Великом. Вот Николай Павлович Бочков. И тут фактически Горовенко Наталья Григорьевна, мы как раз с ней были на этом школе в 1979 году и познакомились. Ну и здесь вот в зале сидящие слушатели и выступающие со всего Советского Союза нам читали лекции знаменитые ученые, о которых я уже говорила, в том числе вот Фартанян сидит, Нейфах, ну, у Бочков, конечно, Николай Павлович Кулешов, Лазюк и многие-многие другие. Ну, а вот стажировка в медицинской генетике под руководством всемирно известных ученых профессора Прокофьева, Бельговской, академика Захарова, Гринберга, Юрова позволила лично мне развиваться и совершенствоваться цитогенетическими методами исследования. Это был институт медицинской генетики, который возглавлял Бочков, академик. Непосредственное обучение методам цитогенетики на рабочем месте проводил Юров, тогда еще аспирант Института медицинской генетики. Были также освоены радиоизотопные методы оценки синтеза ДНК в культуре, который заведовал Кулешов. Ну, а здесь фотография, это Всесоюзный съезд генетиков в Кишиневе в 1981 году. Слева направо Шахбазов,
Паскевич Иван Федорович, о котором мы говорили, специалисты из Вера Портвелян из Кривого Рога и Климова Елена Михайловна. Вот это был уже учрежден съезд, речь шла о... Ну, это цитогенетические исследования, которые проводились в нашем институте неотложной хирургии. И я на этом долго останавливаться не хочу. Ну и хотела бы вот еще сказать, что внедрение методов моноклональной диагностики в медицинскую практику очень продвинуло дифференциальную диагностику некоторых видов патологических состояний, доследственно детерминировано. В мировой науке развивалась и внедрялись новые методы исследования, появилась возможность использования моноклональных антител, меченных не изотопной меткой, как мы работали и ранее, а безопасным ферментом пероксидаза. И использование новых методов диагностики позволило определить количественное качество многие мономерные и полимерные биологические субстраты. Благодаря энергии Елены Яковлевны в медико-генетическом центре появился моноферментный анализатор ЭБОТ, на котором исследовали инфекции и гормоны. И мне удалось тоже освоить этот вид исследований. Затем методы из моноклональных антител были внедрены в Институте неотложной хирургии. Мы приобрели Роше аппарат. Ну, это радиоизотопные методы, реальные возможности из перспективы клеточной и генной терапии. Использование в сельском хозяйстве новых биотехнологических методов, таких как использование клеточной инженерии, позволили исследовать некоторые фундаментальные вещи, которые потом внедрялись уже и в медицинскую практику. Чем же располагает современная эмбриология, биотехнология воспроизводства крупного скота и о чем они могут быть полезны сегодня для нас? Какие возможности в недалеком будущем они могут подарить человечеству? Эти вопросы, я думаю, что нужно ставить в перспективу развития и обсуждать их очень на серьезном уровне. Известные и квалифицированные достижения эмбриологов прошлого и нынешнего столетия по мере их полезности и перспективности для использования в практике животноводства и здравоохранения. Академик Квасницкий из Полтавского НИИ свиноводства впервые получил обнадеживающие результаты в этом направлении – по клеточной гибридизации в эмбриологии. Молекулярное клонирование и клонирование молекул ДНК, в том числе генов, фрагментов генов и совокупности генов, последовательно не содержащие гены, и наработка большого количества идентичных ДНК-молекул с использованием живых организмов. Благодаря фундаментальным биологическим открытиям 20 века, именно открытию клеточного строения ткани, открытию структуры клеточного ядра, хромосом, ДНК, генов, стало возможным то, что ныне носит название молекулярного клонирования. Это технология клонирования наименьших биологических объектов, молекул и их частей отдельных генов. Для молекулярного клонирования ДНК обычно используют измененную тем или иным способом ДНК, вводят в вектор, например, бактериальную плазмиду или геном бактериофага. Размножаясь, бактерии и фаги многократно увеличивают количество введенной ДНК, в точности сохраняя структуру. Говоря об этих вещах, сегодня они используются в животноводстве, они используются, например, в нашем Институте животноводства на Украинке, используются и в Полтаве, в Институте свиноводства. Перенос ядер соматических клеток может быть использован для создания эмбриона в исследовательских и терапевтических целях. Наиболее вероятной целью для этого является получение эмбрионов для использования
в исследованиях стволовых клеток. Этот процесс называют исследовательским клонированием и терапевтическим клонированием. Цель состоит не в том, чтобы создать клонированных людей, так называемое репродуктивное клонирование, а в том, чтобы собрать стволовые клетки, которые можно использовать для изучения человеческого развития и потенциального лечения болезни. В 1987 году мы в составе большой харьковской делегации были на съезде медицинских генетиков Украины в городе в Львове. На этом съезде академик Кардюм представил доклад о результатах экспериментальных исследований в области генной терапии гамма-интерфероном нокаутных мышей с нарушением иммунорезистентности. Он говорил об успехе выделения гена гамма-интерферона и введения его в вектор для транскрипции. Но эффективности клеток-продуцентов у них не было. В перерыве между заседаниями я предложила Виталию Арнольдовичу использовать для трансфекции гена гамма-интерферона стволовые гемопоэтические клетки в виде продуцента интерферона в организме. Кардюм заинтересовала эта идея, и в течение 3 лет мы выполняли экспериментальные исследования по генной терапии с помощью гамма-интерферона и АПА-белков. Возглавлял эти исследования Сердюк, о котором Елена Яковлевна сегодня упоминала. Ну и вот для оценки эффективности действия гемопоэтических стволовых клеток про угрозоопасных критических состояний мы в составе делегации ученых были на международном конгрессе по криобиологии наряду с разработкой диагностических протоколов для выявления особенностей метаболизма у пациентов с различными видовыми патологиями, у лиц, получивших конкретную дозу радиационного воздействия, имелся клинический опыт применения стволовых гемопоэтических клеток сотрудниками клиник Минздрава СССР. Совместно с сотрудниками Института криобиологии Лабынцевой и Ватяковой на базе лаборатории Российского онкологического научного центра Блохина ее сотрудником Шерешковым была проведена серия экспериментов по влиянию кровотворных стволовых клеток на биохимические иммунологические параметры лабораторных животных, крысы, кролики, свиньи. В 1987 году в Институте общей неотложной хирургии, которым были разрешены клинические испытания метода использования стволовых гемопоэтических клеток для коррекции метаболизма и иммунологических нарушений при сочетанной хирургии у пациентов после радиационного воздействия, был применен данный метод. Обратимся вновь к высказыванию директора Института экспериментальной биологии Кольцо. Великая ответственность ложится на нас, если мы в такой тяжелый поворотный момент не поднимем своего голоса в защиту науки. С нас прежде всего спросит история, почему мы не протестовали против недостойного нападения на науку. Странным образом этот призыв звучит актуально и сегодня. Отечественная генетика, эмбриология, раздевание которой по политическим мотивам начал небезызвестный академик Полтавы Трофим Лысенко в 30-х годах прошлого столетия, продолжается и сегодня. Только сегодня невнимание к биологическим наукам имеет прозаическую причину недостатка финансирования. Спасибо за внимание.
Уважаемая Елена Яковлевна, уважаемые коллеги, мне предоставлена огромная возможность выступить с докладом на совершенно уникальной, по-моему, встрече в новом таком интересном формате, которая посвящена замечательному центру медицинской генетики, клинической генетики и вообще генетики. Я хочу сказать, что мой доклад, он будет, может быть, немножко такой неожиданный, может быть, немножко покажется тривиальным те вопросы, на которых я буду говорить, но идея этого доклада, в общем, в большей степени принадлежит Елене Яковлевне, а не мне. Ну, и поэтому я, так сказать, прошу прощения, если доклад покажется необычным или неинтересным. Но хочу сказать, что Елена Яковлевна меня инициировала посмотреть на эпигенетику, на генетику немножко с другой точки зрения. С точки зрения вот то, что видите вы в названии, эпигенетика как некая теория заговора. Я бы добавил еще или смена научной парадигмы. Елена Михайловна в своем докладе говорила о научных парадигмах, о научных традициях, научных школах, которые делаются людьми, и, как правило, между научными школами существует иногда и противоречие, а иногда ожесточенная борьба, к нашему сожалению, но по-другому, наверное, не бывает, и, наверное, только так и рождаются какие-то истинные правильные положения. И, рассматривая эту тему, я задал себе тривиальный вопрос, а вообще цель науки и цель наших многочисленных исследований, которых очень много. Ну, во-первых, какова она? И, во-вторых, насколько эта цель достижима и насколько она эффективна? Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на то, что глобальной целью научных исследований должно быть физическое, духовное и культурное развитие человека. Я бы слово «человек» здесь подчеркнул двумя палочками, еще или стрелочками, потому что хочу на это обратить внимание. В принципе, всегда так все понимали, что наука должна строиться во благо человека, во имя человека. Но очень часто мы, наверное, в нашей жизни забываем о истинных ценностях. Почему я об этом говорю? Интенсивное развитие искусственного интеллекта, о котором мы сегодня очень много говорим, и считаем, что это одно из самых больших, наверное, достижений научно-технического прогресса. Мы сегодня пользуемся и с вами в данный момент информационными технологиями, которые бесспорно привели к новым возможностям. Но я хочу обратить внимание, что если эти информационные технологии не будут посвящены развитию человека и ради человека, то они начнут вытеснять этого самого человека, который создал это, и приведут к эволюционному регрессу человека как биологического вида. И с этой точки зрения я хочу обратить ваше внимание, когда мы говорим о том, что все должно быть во имя человека, ради человека, то возникает вопрос, что же такое физическое развитие человека? Я бы обратил внимание, что это прежде всего возможность регуляции устойчивости организма к инфекциям. Сегодня мы особо остро ощущаем именно этот аспект. И мы беззащитны во многом к новым инфекциям. Это устойчивость к эндогенным и экзогенным факторам среды, которые нас окружают и будут всегда нас окружать. И именно возможность обеспечить улучшение качества жизни и продолжительности, используя вот эти возможности, являются, на мой взгляд, основными достижениями или основными возможностями развития науки. На это должно быть все направлено. Вместе с тем, достижение вот этих серьезных целей, знания биологии человека, возможности лечения и устранения патологии, невозможно без знаний биологии других видов, тех видов, в ареале которых мы живем. Это вирусы, бактерии, паразиты, ну я не говорю о высших организмах. И так как между нами, человеком имеется в виду, и вирусами, бактериями, другими представителями нашего биоценоза, существует очень сложное взаимоотношение. И очень часто это противоречивое отношение. И, к сожалению, человеку приходится бороться с этими
проявлениями негативными, и пока сегодня человек проигрывает, по крайней мере, на данный момент. Я хочу обратить внимание, что не помню, кто из ученых сказал и высказал такое образное выражение, что между бактериями, между вирусами и другими представителями наших живых представителей на нашей планете существует некая гонка вооружений. Понятие гонка вооружений возникло, когда мы начали активно понимать, к чему привели использование антибиотиков и формирование в конечном итоге резистентности к антибиотикам. Поэтому пока мы в этой гонке вооружений проигрываем. Я хочу обратить ваше внимание, что если говорить о медицине и биологии, то реально существует всего несколько глобальных проблем, которые мы должны изучать и вокруг которых вообще строится все наше научное направление. Это прежде всего происхождение жизни. Это механизмы эволюции, мы об этом немного поговорим. Это, естественно, механизмы наследования. Механизмы старения и формирования патологии сегодня очень часто мы называем это возраст-зависимой патологией, пока не очень понимаем, как с ними бороться и предотвращать. Естественно, механизмы управления гомеостазом и лечения патологии, в частности, хронических патологий. Ну и нельзя обойти проблему биоразнообразия, механизма конкурентных взаимоотношений между различными видами с точки зрения понимания нашего, так сказать, места в биосфере. Но, к большому сожалению, прогресс науки не сводится к накоплению достоверных истин, а является скорее сменой системы взглядов или парадигм. И вот эта система взглядов и парадигм, с одной стороны, это естественно, это понятно, но с другой стороны, здесь есть удивительное следствие. А следствия, на мой взгляд, таковы. Если устанавливается некая доминирующая парадигма, которую мы, в общем, все поддерживаем и соглашаемся, то неизбежно возникает, и это ведет к отрицанию противоположных суждений, целых взглядов. И самое интересное, на мой взгляд, это приводит к снижению эффективности научных исследований. А эффективность научных исследований – это отдельная большая проблема, но мы не можем ее в той или иной степени не коснуться. И вот как формируются парадигмы или формировались, и как они ведут иногда к торможению науки в данном случае, я хочу начать с известного, иногда, может быть, забытого и часто предаваемого забвению, с Ламарком. Мы говорим немножко о эволюции, формировании эволюционной парадигмы. Я хочу обратить ваше внимание, что первую непротиворечивую и последовательную теорию эволюции предложил Ламарк в 1809 году. И в своей теории он сделал два допущения. Я хочу подчеркнуть, он сделал допущение. Это его предположение, это его интуиция, это его понимание процессов эволюции. Они никак не были доказаны. Ну, первое – это наследование приобретенных признаков. И второе – это стремление биологических существ к совершенству. Я хочу обратить внимание, что вот эти вещи, которые он высказал, были настолько невосприняты современниками, они настолько были труднодоказуемыми и экспериментально подтверждаемыми, что, естественно, они стали, в общем-то, неким таким фактором противоречия. Более того, я хочу обратить внимание, что и когда нас учили, Елена Михайловна говорила о курсе дарвинизма, который мы слушали в университете, очень часто противопоставляли Дарвина и Ламарка и говорили, что вот Дарвин заменил наследование приобретенных признаков естественным отбором, борьбой за выживание, и этим таким образом он показал истинное положение и главные механизмы эволюции. Я хочу обратить не ваше внимание, что Дарвин считал Ламарка одним из своих учителей. Более того, Дарвин никак не отрицал теорию Ламарка и его взгляды. Он, в принципе, их подтверждал. Я хочу напомнить только несколько высказываний, которые Дарвин писал в своих работах. В клетках организма существуют мельчайшие частицы – гемулы или пангены. Обратите внимание – пангены, которые несут информацию
о изменении в клетках, произошедших в течение жизни, то есть в онтогенезе. Далее он писал, что эти гемулы или пангелы, они разносят по всему организму и проникают в половые клетки. Таким образом, он пытался объяснить, что эти гемулы, которые несут информацию, накопленную в течение онтогенеза, могут передаваться по наследству. Это говорил Дарвин. Но об этом мало кто говорит, и в классических работах по анализу дарвинизма эти моменты как-то упущены. А это принципиально важно с точки зрения нашей сегодняшней темы, о которой мы будем говорить. Барьер между Дарвином и Ламарком, по сути, поставил великий Вейсман. В чем работа? Я не могу говорить о многочисленных достижениях Вейсмана, это действительно великий ученый, но он в изучении попытки доказать правоту Дарвина, он был дарвинистом, по сути, он создал неодарвинизм или стоял у его истоков, он, по сути, доказал очень простыми, очень неудачными, на мой взгляд, экспериментами, что приобретенные признаки не могут переноситься, потому что между сомой и генеративными клетками, то есть половыми клетками, существует барьер. Барьер этот позже был назван барьером Вейсмана, и то, что накоплено в соматических клетках в процессе онтогенеза, а это имеет место, и никто этого не отрицает, не может быть передано половым клеткам. Ибо это, так сказать, нет ни механизма, ни особенностей. Более того, он считал, что наоборот, эти перенос от соматических клеток к половым клеткам, он в принципе и не нужен, и невозможен, ибо эволюция этого как бы не будет стремиться, что ли. И вот с этой точки зрения это была удивительная вещь, как он доказал это. Я хочу привести только несколько примеров его экспериментов. Он удалял хвосты у крыс, после этого он наблюдал, что рождающиеся крысы имеют хвост, то бишь отрубленный хвост не наследуется. Ну, как вы понимаете, это не является адаптивной реакцией. Она никак не сказывается вообще, не связана с эпигенетическими изменениями, и она в принципе не может унаследоваться. Более того, этот признак вообще с точки зрения выживания крыс в лабораторных условиях не имеет никакого ни эволюционного, ни биологического смысла. Но тем не менее, эти эксперименты позволили великому Вейсману сделать такое заключение, на мой взгляд, чрезвычайно ошибочное. Более того, следующий эксперимент провел. Он пересаживал яички крысы, имеющие черный пигмент, на крысу с белой окрасой, и показывал, что в потомстве цвет яичек также не изменялся, то бишь не наследовался. Но я не буду анализировать эти эксперименты, на то он великий, для того, чтобы, в общем-то, его принимали как должное. И с этой точки зрения был представлен барьер. Есть барьер Вейсмана, наследование признаков невозможно, и это вообще не обсуждается. Вот это формируется парадигма. Эта парадигма в данном случае нанесла, на мой взгляд, огромный урон. Более того, эта парадигма была подтверждена развитием классической генетики. Я только несколько цифр о истории генетики, уже нашей общей генетики, которая формировалась. Естественно, можно было бы сказать, что все начиналось с Менделя, 1866 год. Это опыт над растительными гибридами, его работа удивительная, она была очень длительной, очень тщательно он проводил эти исследования. Я не буду останавливаться на его замечательных работах. Все учили генетику, знают эти работы. Но в конечном итоге, в 900 году, опубликованная работа Менделя, тем не менее, я скажу, она была тоже никем не замечена. Она ни с кем, с парадигмами, в общем-то, никакими не укладывалась, и работа была не замечена. И хочу обратить ваше внимание, что его работа была разослана более чем 120 библиотек известных университетов того времени. Более того, Мендель разослал лично порядка 30 оттисков своей работы ведущим специалистам генетиков того времени. И эта работа осталась незамеченной, нецитируемой и как бы
в общем, осталось, по сути, в небытие. И только в 900 году, спустя более 30 лет, благодаря работам Дефриза, Коренца и Чермака, эти работы были переоткрыты Менделя, и в конечном итоге возникла вот та ситуация, о которой мы сегодня говорим, рождением генетики или классической генетики. Ну, я напомню, что понятие генетика в 1906 году Бетсон ввел. Вот, в 1944 году доказательства Эвери и коллег генетической роли ДНК. 1953 год Иоцен и Крик предлагают нам модель двойной спирали. В конечном итоге формулируется в 1956 году центральная догма молекулярной биологии. Очень изящная, очень красивая догма молекулярной биологии, которая нам показывает путь генетической информации от гена к белкам и, следовательно, к формированию фенотипа или проявлению признаков. И с этого момента, начиная с 50-х годов, идут невероятно интенсивные исследования и, по сути, рождение молекулярной биологии, рождение молекулярной генетики, достижениях, о которых мы сегодня уже слышали в замечательном докладе Елены Яковлевны, Елены Михайловны, что было сделано, великолепные успехи, спору нет, и это все хорошо. 61 год, расшифровка генетического кода, после этого секвенирование ДНК, открываются рибозимы, 82-83 идет, это Чока и Олтман, в конечном итоге создается совершенно универсальный, без которого мы себе не представляем нашу современную жизнь, метод ПЦР. В конечном итоге, к 2000, ну реально 2003 году, у нас появляется секвенирование генома. Что в результате? В результате мы, надеясь получить полную информацию о работе генов, раскрыть генетическую нашу систему, и мы надеялись приобрести ту информацию, которая позволит совершенствовать, я не говорю слово евгеника, человека, совершенствовать, лечить генетические патологии, управлять гомеостазом, управлять многими процессами, и геном человека нас, многих, которые следили за этой проблемой, разочаровал. Почему разочаровал? Потому что было потрачено порядка 6 миллиардов долларов, занимались проектом достаточно много стран, в конечном итоге оказалось, что только небольшой процент человеческого генома отвечает за синтез белков, который определяет наши признаки, а большая часть генов остается загадкой, что же они делают. Тут маленькие картинки, я не буду на них останавливаться. Порядка 38-40% генома неизвестные функции, которые выполняет, и сегодня еще неизвестные. Сегодня мы все это относим к механизмам регуляции и согласования наших функций в организме. В конечном итоге, пройдя некоторые этапы быстренько, я хочу сказать, что у нас к 60-70 годам получает полное торжество центральный догм молекулярной биологии. Что это означает? Это означает, что у наши свойства записаны в геноме, и это бесспорно, и что генетическая система может определять наши свойства и наши патологии, мы можем решать или устранять через работу и контроль над генетической системой. Но вместе с тем необходимо отметить, что в науке, кроме развития центральной догмы молекулярной биологии и огромных достижений, естественно, в это время привлекаются огромные средства, потому что есть надежда на новые огромные перспективы в решении медицинских, прежде всего, проблем. Но, однако, параллельно ведутся и другие работы. До 50-го года еще многие считают, что основателем эпигенетики является Удингтон, вот, замечательный ученый. И я хочу обратить ваше внимание, что Удингтон занимался, по сути, изучением влияния факторов среды на механизмы экспрессии, то есть на механизмы регуляции работы генома. Суть ведь проблемы сводится к тому, что, понимая, что есть гены, понимая, что гены определяют наши свойства и характеристики, но мы должны понимать, как они работают, как они регулируются. Эти вопросы задает себе Удингтон, формирует понятие эпигенетический ландшафт, я об этом долго говорить не буду. В конечном итоге он говорит, эпигенетика – это все то, что
взаимодействует, это взаимодействие между генами и средой, и именно это взаимодействие формирует наш фенотип. Это Удингтон, 42-й год. Это до открытия еще роли ДНК, это еще до открытия механизмов наследования и той самой центральной догмолекулярной биологии. И здесь, как часто ведется, тоже были допущены целый ряд неточностей и ошибок. Елена Михайловна сегодня приводила пример, что Нобелевские премии не всегда получали те люди, которые были первооткрывателями в тех или иных областях. А я хочу вам напомнить еще одного. Елена Михайловна уже сказала и произвучало слово Кольцов. Я хочу напомнить, что у нас был великий ученый Кольцов, который работал в Москве, и он является великим, потому что он первый высказал идею матричного принципа в биологии, который Уотсон и Крик, естественно, использовали в своей центральной догме, и этот принцип работает, он действительно таковой. Но я хочу обратить внимание, что Кольцов в 15 году написал замечательные слова. «Есть основание думать, что установка осей в яйце и есть эпигенетическое явление, независимо от заложенного в ядре хромосомного комплекса». Идет речь о развитии зародыша. Вот это он написал в 15 году, до Удингтона. Кольцов утверждал, что следует признать, что гены способны к изменчивости, и в частности к мутациям. 15-й год. Это удивительно прозорливое высказывание. Далее Кольцов написал удивительные вещи. Для меня это было тоже открытие, когда начал готовиться над этим самым докладом, который синициировала Елена Яковлевна, я для себя обнаружил, что он писал, что во всяком органическом соединении атом водорода скачкообразно может быть заменен на метильную группу CH3. Сегодня мы это называем метилированием. Это удивительная вещь, и именно метилирование обеспечивает тот самый эпигенетический ландшафт, о котором мы говорим. Кольцов, по сути, начинает плавный переход от эпигенеза, о которой упоминает еще Аристотель, к эпигенетике. И этот переход был завершен, по сути, Удингтоном. Я хочу обратить ваше внимание, что на эти забытые нами факты нам указал француз Манше, который, по сути, проанализировал работу Кольцова и привел нас к этому. Так вот, говоря о эпигенетике и зарождении эпигенетической парадигмы, это конец 90-х, 2000-х годов, мы сегодня перейдем немножко скачком о том, что же такое эпигенетика. И я хочу обратить ваше внимание, она не пришла на смену генетике, она является развитием генетики, нашей той самой основной, которая позволяет нам говорить о возможности управления работой генами. Так вот, эпигенетика – это сегодня самостоятельная, по сути, наука о механизмах экспрессии, то бишь реализации генов, и их способности наследоваться в ряду клеточных поколений, имеется в виду прохождение митоза, мейоза, которые не затрагивают первичную последовательность ДНК. Здесь, на этой картинке, если внимательно посмотрите, я собрал в очень краткой такой форме некоторые характеристики эпигенетических изменений. И с этой точки зрения, когда мы говорим сегодня о тех эпигенетических метках, которые формируются на хроматине и обеспечивают его экспрессию, это прежде всего метилирование ДНК, метилирование гистонов, участие малых РНК. И в конечном итоге можно себе представить такую особенность. Есть клетка, есть метаболизм, есть геном, есть окружающая среда. По сути, эпигенетический механизм – это обеспечение, как говорил Кольцов в 2015 году, очень тонкое, нам непонятное пока взаимодействие между факторами среды, к которым относятся и продукты питания, и наш образ жизни, и взаимодействием с геномом. И это взаимодействие реализуется через модификацию гистонов, через метилирование ДНК и целый ряд еще не очень известных нам механизмов. С этой точки зрения мы можем говорить, что текущие выводы, говоря о эпигенетике, это изменение эпигенетического рисунка, он может изменять этот рисунок, фенотип. И этот рисунок, он сохраняется в ряду
клеточных поколений. Не в ряду регенеративных изменений, а в ряду клеточных поколений. Эпигенетический рисунок зависит от прямого влияния факторов среды. Эпигенетические изменения могут передаваться от родителя к потомкам, и это уже сегодня показано, и это имеет место наследование приобретенных признаков, и эпигенетические наследования, в отличие от генетических, очень неустойчивы, и они могут быть обратимы, и эта обратимость является очень интересным фактором возможности управления этими аспектами. Я хочу обратить ваше внимание о некой перспективе эпигенетических таких исследований. Прежде всего, это исследование эволюционных процессов. И мы можем здесь очень многие процессы понимать, и можем многие процессы трактовать, используя Ламарка. Эпигенетическая теория эволюции сегодня это называют третьим синтезом. Сегодня создана теория эволюции, эпигенетическая, которая может объяснить, как некоторые эпигенетические изменения могут передаваться в ряду поколений. Более того, эпигенетическое изменение увеличивает адаптивные особенности в новых условиях, и это очень важно понимать с точки зрения дальнейших эволюционных процессов. Эпигенетическое изменение, по сути, создает контекст, в котором происходит отбор новых генетических изменений. Что имеется в виду под контекстом? Дело в том, что именно этот контекст, какова эпигенетический ландшафт, каков эпигенетический рисунок на хроматине, он будет определять вероятность возникновения тех или иных мутаций. И с этой точки зрения мы можем говорить, что мутации возникают тоже не случайно. Это уже те генетические изменения, которые затрагивают первичную последовательность самой ДНК и тоже могут передаваться. Я хочу сказать, что сегодня одной из интересных проблем, я показывал, это механизм онтогенеза, это механизм продолжительности жизни. Я много лет пытаюсь изучать эти процессы и хочу сказать, что наиболее перспективным пониманием процессов регуляции продолжительности жизни – это прежде всего эпигенетический механизм. И только через эпигенетические механизмы мы сможем реально понять, как можно регулировать продолжительность жизни, почему она такова, и объяснить видовые особенности продолжительности жизни. Я, к сожалению, из-за, тем не менее, регламента не могу останавливаться на возможности использования эпигенетических подходов в лечении целого ряда патологических изменений и заработке новых подходов в лечении. И хочу сказать, я не могу не остановиться на том, что именно этот подход много лет использует Елена Яковлевна. Вы должны обратить, мы все должны обратить внимание на то, что используя те или иные метаболиты, которые мы включаем в наши продукты питания, ту же янтарную кислоту, те же соединения, которые содержат метильные группы, они обеспечивают формирование эпигенетических изменений. И эти эпигенетические изменения, не устранив генетические изменения, могут модифицировать те генетические патологии и, по сути, позволить индивидууму обеспечить нормальную жизнь, устранив вот эти все патологические изменения. Это колоссально важно. Более того, я думаю, что, изучая механизмы эти, мы в конечном итоге сможем определять и использовать эти подходы. Я не могу не остановиться на том, что благодаря сегодня торжеству эпигенетических подходов и огромным перспективам, которые возникают у нас, у исследователей, занимающихся изучением эпигенетики, сегодня возникла очень интересная такая ренессанс или возрождение, или опять мы вернулись и упоминаем очень часто Лысенко. И в данном случае я хочу только привести несколько примеров. Лев Анатольевич Животовский, известный биолог, известный специалист в области биологии, написал книгу «Неизвестный Лысенко». Я показываю вам страничку, вернее, обложку этой книги.
вот, в котором он упоминает или говорит о том, что Лысенко был талантливый агроном практики, простите, вот, он очень хорошо чувствовал растения, он использовал эрвизацию, достиг огромных успехов. В те трудные годы в Советском Союзе он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства. Я здесь перечислил несколько основных фактов и положений, которые упоминает Лев Животовский. Я хочу обратить ваше внимание, что не только Животовский говорит о том, что Лысенко внес вклад, и, по сути, он тоже был у истоков эпигенетики, так как он, по сути, говорил о том, что признаки могут наследоваться. И он приводил различные примеры такого наследования. Вышла книга в Гарварде, хочу сказать, которая называется «Лысенко и эпигенетика». Вы видите тоже название этой книги. Вышла эта книга в 2016 году. В этой книге упоминается, что концепция наследования приобретенных признаков, я хочу сказать, что она не связана с работами Лысенко. И здесь есть некое непонимание вот тех трактовок и ученых. В этой книге говорится, что некомпетентным ученым, который был Лысенко, он использовал государственные репрессии и вызвал целый ряд негативных аспектов развития эпигенетики. Я хочу сказать, что не могу останавливаться на анализе Лысенко и на анализе вот тех работ, которые, в общем-то, наверное, нужно делать, бесспорно. Я хочу сказать, что деяниями Лысенко был нанесен огромный ущерб развитию генетики в нашей стране, в Советском Союзе. Более того, были подвергнуты действительно гонениями классические научные исследования, и те эксперименты, которые использовал Лысенко в данном случае, они имели очень низкий, я бы так мягко сказал, уровень методологических постановок. В данном случае действительно было много заблуждений, и вместе с тем можно увидеть некие параллели. Я хочу сказать, что сегодня эпигенетика – это новая надежда. И как мы сможем эти надежды реализовать? В аспекте работы медицинских направлений, в аспекте понимания тех глобальных пяти основных или шести проблем и эволюционных аспектов, и механизмов развития онтогенетических, и механизмов, направленных на здоровье, зависит от всех нас и от тех возможностей, которые открываются перед нами. Я благодарю внимание, я старался уложиться в регламент. Спасибо.
касается метаболических основ наследственно обусловленных психоневрологических расстройств. Хотела бы обратить внимание, что эпилепсией страдает около 50 миллионов человек. Из них частота активной эпилепсии составляет 7,14 на 1000 населения. 30% случаев фармакорезистентны. Этиология эпилепсии – это симптоматическая, вторичная. Может быть травма, может быть порог развития головного мозга, может быть инфекция, опухоли, перинатальная патология, метаболические нарушения и идиопатическая или первичная. Эпидемия расстройств аутичного спектра. Об эпидемии расстройств аутичного спектра заговорили еще давно. И вы видите, как растет статистика. И очень молодеют случаи первого обращения к неврологу или психоневрологу. Если раньше этот возраст составлял от 5 лет, то сейчас обращение к психоневрологу возможно даже с года, полтора, с двух. То есть растет не только количество предположений аутичного спектра, но и, соответственно, более раннее обращение. И чем раньше психоневролог вкупе с врачом-генетиком начнет это лечение, соответственно, мы быстрее поставим диагноз либо метаболического нарушения, либо специфического синдромального. Хотелось обратить внимание, что и частота каждого нового случая расстройства аутичного спектра увеличилась и в числовом значении. То есть каждые 20 минут регистрируются новые случаи. И на данный момент количество аутистов в мире достигло около процента населения. К теориям этиологии расстройства аутичного спектра относятся не генетические, это инфекции, вакцинация, но вакцинация не своевременно проведена и некачественно, без соблюдения условий вакцинации. То есть в данном случае обращаю внимание, что играет роль именно условия проведения вакцинации и состояние здоровья ребенка в этот момент. Также обращаю ваше внимание, очень важный аспект – это применение препаратов до беременности, в раннем сроке беременности, социальные факторы, перинатальная патология, патология ЖКТ и аутоиммунные процессы. К теориям этиологии раз также относятся хромосомные, моногенные, митохондриальные болезни, эпигенетические эффекты. По данным исследователей США, генетическим причинам раз чаще всего выявляемые – это микроструктурные хромосомные перестройки. Но также обращаю ваше внимание, что это связано именно с генетическими причинами, раз. А в настоящее время все больше и больше пациентов обращаются без какой-то специфической синдромальной симптоматики, с отсутствием аномалий развития, с отсутствием каких-то специфических изменений, но при этом наиболее частой причиной является
именно метаболические нарушения как основа развития расстройства аутичного спектра и, с другой стороны, как путь к лечению. В данном слайде представлена частота и также из наиболее частых причин метаболических, которые присутствуют при синдромальных нарушениях, это синдром Ретта, это синдром Дауна, это синдром Ангельмана, септооптическая дисплазия, ну и весь спектр обменных нарушений. И учитывая, что сейчас наиболее часто отмечаются именно метаболические причины развития расстройства аутичного спектра, соответственно, все усилия в данный момент направлены на коррекцию именно метаболических нарушений, что дает, соответственно, выраженный эффект. На данном слайде представлены несиндромальные иммунные состояния и метаболические нарушения, которые ассоциированы с аутизмом. Представлено также вовлечение метилирования и митохондриальной дисфункции. Чем больше факторов вовлечено в процесс, тем больше мы говорим об эпигенетическом состоянии и коморбидности, когда подключается несколько патологических нарушений. И также напоминаю, что развитие любого метаболического нарушения всегда связано с факторами, которые катализируют, запускают этот процесс. И чаще всего это инфекции, это стрессы и то, о чем я говорила, вакцинация, которая проведена не своевременно, на нездоровом фоне ребенка и так далее. То есть все вот эти входящие факторы могут запускать, соответственно, нарушения, которые приводят к метаболическим расстройствам, интоксикации нервной системы и в итоге к развитию расстройства аутичного спектра, эписиндрому или разнообразным факторам, которые классифицируются как задержка развития разной степени. Хотелось бы обратить ваше внимание на очень важный момент, что единого этиопатогенетического механизма развития расстройства аутичного спектра не существует. Раз так, то нет и не может быть единого подхода к реабилитации и лечению таких пациентов. Для наших пациентов с расстройством аутичного спектра, в основе которых лежат разнообразные метаболические нарушения, нет единого подхода к лечению, потому что, учитывая, что в данное время наиболее важен именно индивидуальный подход, то есть индивидуализированная или персонализированная медицина. Поэтому каждый пациент обследуется с учетом всех характеристик обмена, делает фактически свой метаболический паспорт. И только по результатам данного паспорта мы можем судить, какую диету назначим пациенту, какие препараты, а какие препараты следует избегать.
Первое, то, с чем мы работаем, это алгоритм обследования. Конечно же, начинается все со сбора жалоб, анамнеза, проведения методов как классических генетических, так и специфических. По нашим наблюдениям проведена большая статистическая работа. И по нашим наблюдениям доказано, что появлению аутистических черт предшествовало то, о чем я уже упоминала, вот представлено на слайде в цифрах. Особенности течения беременности и родов. Наиболее часто встречался ранний токсикоз и гормональная терапия. Наиболее и также инфекция половых путей, слабость родовой деятельности. Наибольшая частая ошибка в ведении беременных – это сохранение беременности с самых ранних сроков, чуть ли не с момента зачатия. Хотя по всем данным, именно классическим, генетическим, та беременность, которая уже прерывается, как правило, оказывается нездоровой. Но с учетом разнообразных факторов начинается интенсивная гормональная поддержка, которая чаще всего отражается потом на детях, и мы видим последствия в виде расстройства аутичного спектра или же, соответственно, задержка развития разной степени. Также обращаю ваше внимание на инфекции. Это как бактериальные инфекции, так и вирусные инфекции. Чаще всего в пренатальный период они приводят к тому, что у детей развивается задержка развития, и также присутствует как снижение иммунитета, так и носительство материнских основ вирусных. Также обращаю ваше внимание, что очень важным фактором являются иммунные и аутоиммунные повреждения желудочно-кишечного тракта, нервной системы и геномного плода. Прием, особенно бесконтрольный прием лекарственных препаратов, как правило, является одним из важных факторов того, что может развиться задержка развития. Обращаю также внимание на серотонин. Очень много, к сожалению, взрослых людей, женщин, как до беременности и во время беременности, те, которые принимают бесконтрольно антидепрессанты. А серотонин и дофамин являются одним из очень важных факторов и инструментов коррекции. Поэтому уже постфактум назначение всем подряд детям препаратов, препараты типа анантовати, которая содержит ту же траву бакопа, которая повышает серотонин, а мы не знаем изначальный уровень серотонина, может привести к ухудшению состояния ребенка, и тот препарат, который идет в качестве успокоительного, может оказывать обратный эффект. Также очень важным фактором является прием противосудорожных препаратов. Кроме возможного тератогенного фактора, это еще и сильнейший фактор стимуляции нарушения обмена.
Гипергликемия у беременной, в том числе и сахарный диабет, также очень сильно повышает риск развития аутизма у ребенка. Хронический стресс тоже не проходит мимо. Курение, другие социальные факторы, к сожалению, бич нашего времени, и они также отражаются на развитии ребенка. Раннее УЗИ является опасным фактором, который воздействует за счет кавитации и звуковых и тепловых эффектов. Очень часто возникает прерывание беременности при раннем УЗИ, особенно интравагинальным методом. Поэтому проведение ультразвука должно быть строго по показаниям, строго в определенные сроки скрининга. Витамины тоже не проходят мимо. Если беременные и небеременные женщины бесконтрольно употребляют витамины, не зная их уровня до начала приема, то в итоге вы видите, представлено, что риск появления детей с аутизмом повышается гораздо больше. И при одновременном повышении уровня фолиевой и витамина В12 этот риск также увеличивается. Первыми факторами, которые являются показательными, что с ребенком, у ребенка возникает фактор риска того, что может развиться расстройство аутичного спектра, это проявление в самом раннем возрасте, нарушение ЖКТ, затяжная конъюгационная желтуха. Вот. И, соответственно, изменение цвета, выделение цвета слизистых. Мы проводили большое исследование, при котором нашли определенные метаболические нарушения. Но это, повторюсь, специфические метаболические нарушения. А если говорить о том, что присутствует в качестве фактора непосредственного развития задержки, но не относится к специфическим нарушениям обмена, их гораздо больше. Хотелось остановиться на очень важном моменте. Мы не можем, еще раз повторюсь, не можем работать только с голыми молекулярными исследованиями для определения аутизма или спектра, или аутичного спектра, или эпилепсии. Да, существуют специфические синдромы, которые связаны с эпилепсией, и тогда мы можем предположить этот диагноз на основе жалоб, на основе фенотипа пациента. Но расстройство аутичного спектра, задержка развития для этих состояний исследование генов практически всегда бесполезно, кроме случаев, кроме тех полиморфизмов генов, которые для нас могут дать путь коррекции, которые дают нам болезненные точки, за которые мы можем зацепиться, то есть снижают как бы круг поиска и также помогают определить, в каком лучше виде давать то или иное лекарство, в какой форме оно лучше усваивается
и каких приемов препаратов и продуктов следует избегать. И в этом нам помогает так называемый тест 23andMe или тест Яска. Но обращаю ваше внимание, что этот тест бесполезен без показателей крови на данный момент. То есть, если мы видим, вот, допустим, мутацию в гене фолатно-метионинового цикла МТЧФР, мы говорим о том, что в первую очередь метаболитом, который нарушается при такой мутации, является фолиевая кислота. Но мы не назначаем фолиевую кислоту, пока не определим ее уровень. Потому что кроме мутаций, которые присутствуют, существуют еще невыявляемые мутации, относящиеся к категории нейтральных мутаций и позитивных мутаций, которые перекрывают действие негативных. Поэтому любая мутация дает нам только, сужает для нас только круг поиска, но метаболиты, которые, с которыми мы работаем, это только те, которые мы видим по состоянию крови на данный момент и никак иначе. Очень, скажем так, полиморфным в настоящее время является уровень дефицита витамина D. То есть в настоящее время известно, что витамин D принимает участие в очень многих патологических процессах. Соответственно, мы любой метаболит оцениваем с точки зрения как грозный фактор нарушения и, с другой стороны, как инструмент для коррекции этого нарушения. И именно витамин D является одним из важных витаминов на данный момент. Также хочу обратить ваше внимание на нарушение обмена аминокислот. При расстройствах аутичного спектра, при задержке развития, при эписиндроме, именно состояние аминокислот в крови является наиболее важным моментом и также инструментом для коррекции. Причем хотелось бы подчеркнуть, что исследование именно методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и именно в крови является наиболее чувствительным методом, который мы используем и который дает нам очень важный инструмент коррекции. На данных слайдах представлены количество выявленных пациентов с нарушением аминокислотного обмена, но также подчеркну, что это не специфические нарушения. Мы расцениваем их не как нарушение отдельных аминокислот, а как аминоацидопатии транзиторного характера. Напомню также об эксайтотоксичности. В развитии эксайтотоксичности или склонности клетки к разрушению играет много факторов, в том числе и накопление избытка кальция, который необходимо контролировать, и при избытке в крови его активно выводить, митохондриальное нарушение и наличие свободных радикалов. Обращаю ваше внимание также на эффекты глутамата.
Если мы видим увеличение глутаминовой кислоты в крови, то, как правило, результатом такого нарушения, особенно стойкого и длительного, является снижение уровня глутатиона, нарушение меланизации нервных клеток и может быть нарушение толерантности к глюкозе. И также возникновение эпиактивности. Буквально в коротком сообщении хочу упомянуть, что поражение ЖКТ – это наиболее часто сопутствующее и расстройство аутичного спектра, и эписиндром, и задержки развития состояния. И очень часто родители говорят, что ухудшение по частоте приступов или ухудшение поведения четко ассоциируется с запором или же с расстройством. То есть чем выраженнее спазмы, допустим, в кишечнике, тем более яркая симптоматика неврологии. Поэтому фактор нормализации состояния кишечника является очень важным и очевидным. Может присутствовать аутоиммунные нарушения. В случае аутоиммунных нарушений всегда надо исследовать уровень гистамина, уровень диаминоксидазы для исключения дефицита диаминоксидазы. Один из важных факторов – это исследование уровня паразитов. Но обращаю ваше внимание, что профилактический прогон недоказанных паразитов – это дополнительный токсический фактор. Поэтому в данном случае мы работаем всегда параллельно и успешно с паразитологами. Хочу сказать большое спасибо Екатерине Игоревне Бодне, которая никогда не отказывает, профессору Екатерине Игоревне Бодне, которая никогда не отказывает нашим пациентам, с которой мы успешно и эффективно работаем уже не первый год. И если мы подозреваем какую-то паразитарную контаминацию, особенно редкими глистными инвазиями, то в данном случае кафедра паразитологии всегда приходит нам на помощь. Также хочу обратить ваше внимание на вирусные процессы. В свете современной эпидемиологической ситуации поражение вирусом COVID является одним из частых ситуаций, и поражение ЖКТ при этой вирусной инвазии также является достаточно частой ситуацией. Но разработки нашей кафедры и нашего института и сотрудников нашего центра показывает эффективность именно митохондриальной терапии, антиоксидантной терапии при последствиях вируса именно ковида. Потому что наиболее поражаемой частью является именно митохондриальная функция, и только за счет коррекции митохондриальной функции мы получаем значительную антиоксидантную поддержку, что облегчает состояние пациентов. Это относится в первую очередь для пациентов с легким, средним течением, то есть те, которые обращаются к нам
наблюдаются у нас достаточно давно со своей сопутствующей патологией. Но еще раз повторюсь, это один из эффективных инструментов, который разработан на нашей кафедре. Хотелось еще и еще раз обратить ваше внимание на опасности диет. Вот исследование наших коллег из Штатов. Безглютеновая, безказеиновая диета чаще всего приводит к риску развития как дефицита витаминов, так и к сахарному диабету. А кетогенная диета приводит к развитию кардиоваскулярного риска. Вот буквально свежие данные, опять-таки, по исследованиям ковида, было предположено, что кетогенная диета хорошо воздействует на пациентов с ковидом. Это абсолютно недоказуемая вещь, это опасная вещь, потому что пациенты с назначенной диетой из разряда «просто попробуйте» могут в итоге оказаться в реанимационном отделении. Поэтому, уважаемые коллеги, неврологи, особенно психиатры и даже логопеды-дефектологи, большая просьба, поберегите чужих детей и не назначайте им просто попробовать диету. Иногда бывают ситуации, когда безглютеновая диета назначается нами в том числе. И она эффективна, когда она доказана. То есть, когда мы видим подтверждение непереносимости глютена. В чем может быть ситуация, в чем может быть подвох? Иногда родители говорят, вот мы сделали анализы, анализы были в норме, но мы сели на диету, и диета нам помогла. Но помогла в первую очередь по стулу, а задержка развития при этом остается. Но обращаю ваше внимание на то, что продукты, которые содержат глютен, в основном это покупные хлебобулочные изделия, содержат массу дополнительных факторов, таких составляющих, таких как разрыхлители и прочие составляющие. То, что у здоровых детей выводится хорошо, а у детей с задержкой развития накапливается и вызывает эффект естественной интоксикации, то есть поражается нервная система. И, соответственно, если убираются такие продукты, обрадованные родители считают, что это связано именно с тем, что убирается глютен. А это связано с тем, что убираются вот эти вот дополнительные составляющие, которые у таких детей интенсивно их интоксицируют. И в таком случае необходимо просто менять варианты приема глютена и давать его в виде чистых глютеновых каш без примесей. И формировать, еще раз повторюсь, формировать диету только согласно показателям. Также опасным является протокол Немечека, который сейчас используют. Это вторая опасная ошибка, которая назначается практически всем, потому что при протоколе Немечека используется большое количество растительных масел, инулина, и у детей, у которых и так есть нарушение жиров,
такие протоколы чаще всего приводят к патологии поджелудочной железы и к развитию скрытого сахарного диабета. Также опасным является, даже я бы сказала, мега опасным является так называемая ГАПС-диета, которая в себя включает большое количество костных бульонов, которые очень часто, кстати, рекламируют во многих средствах массовой информации. Это безобразие, которому нет слов, потому что эта диета накопления костных бульонов очень повышает уровень гомоцистеина, как минимум. И в итоге у пациентов, у которых есть нарушение вентилирования и изначально повышен уровень гомоцистеина, находятся в большой группе риска по сердечно-сосудистым нарушениям. Также насчет кетогенной диеты, как правило, она приводит, самое безобидное, это к жировому гепатозу, нарушение функции почек, формированию остеопороза и дополнительным вторичным метаболическим нарушением и снижает иммунитет. Но, опять-таки, как диета с исключением или ограничением глютена, если она подтверждена анализами, то мы ее также используем. Кетогенная диета используется в случае, если есть дефицит холестерина, то есть нарушение обмена жиров по именно дефициту холестерина. В таком случае она оправдана, но необходимо следить за уровнем холестерина, за липидограммой, за состоянием сосудов и не допускать нарушения в другую сторону. По последним данным, метаболическая поддерживающая терапия – это витамины, в первую очередь антиоксиданты, это пробиотики. И также хотелось обратить ваше внимание о, опять-таки, чересчур раскрученной роли омега-3 жирных кислот. Далеко не всем они показаны, а особенно когда повышается уровень витамина Е, а уровень холестерина падает, то омега категорически противопоказана и эффекта своего не дает. Последнее предположение насчет применения каннабиса в медицинских целях, конкретно для нарушения аутичного спектра. Да, есть случаи, когда применение каннабиса приводит к позитивным моментам, но опять-таки в случае, если есть дефицит липидов. В таком случае масло каннабиса является одним из неплохих помощников в плане коррекции нарушения обмена, как и масло МСТ. И клинический пример. Обратилась к нам девочка 6 лет с фармакорезистентной эпилепсией. А когда мы видим фармакорезистентную эпилепсию, мы практически всегда предполагаем именно нарушение обмена и массу сопутствующей патологии. Катализатором состояния явился серозный менингит в 1,5 года. Мама опытным путем самостоятельно пришла к тому, что ежедневно купировала приступы эпилепсии с супрастином, и они уходили.
Супрастин так действовал, в первую очередь, мы думали о аутоиммунном состоянии. При этом родители по настоятельной рекомендации психиатров и эпилептологов ребенка держали на кетогенной диете. При обследовании мы получили такие результаты. Был повышен гистамин, был повышен лактат как маркер митохондриального нарушения. Практически все поле зрения было занято грибками при исследовании калий на дисбактериоз. И были очень сильно повышены показатели гиперхолестеринемия, гипертриглицеринемия, гипергомоцистеинемия и очень высокий уровень серотонина. То есть мы говорили в первую очередь о таком метаболическом стрессе. Ребенок был очень слабый, вялый, она сама не ходила, не говорила и плохо реагировала на окружающее. Был установлен диагноз задержка психомоторного речевого развития, эпилепсия, гипергомоцистеинемия, дефицит диаминооксидазы, нарушение нейротрансмиттеров и митохондриальная дисфункция. После того, как мы поменяли диету, в том числе с учетом снижения продуктов, которые содержат предшественник серотонина, триптофан, и откорректировали диету по всем параметрам, у ребенка прекратились судороги. В настоящее время 3 года ремиссии, и ребенок снят с противосудорожных. Развитие ребенка постепенно догоняет норму. Еще раз вернусь к тому, что генов кандидата в расстройство аутичного спектра и эпипанель около 800, и количество их, соответственно, растет. Поэтому мы не можем назначать таким пациентам просто исследование эпипанели или панели аутичного спектра, потому что полученные результаты нам не дают никакой информации для практического лечения. Еще раз хочу остановиться на том, что исходя из полученных данных, разрабатывается только индивидуальная диета и только индивидуальная терапия. Лечение проводится только под контролем биохимических показателей, и коррекция питания связана именно с динамическим наблюдением. Конечно, параллельно идет и симптоматическая терапия в зависимости от сопутствующей патологии, работа с коррекционными педагогами и разработка реабилитационных мероприятий требует предварительного комплексного обследования для выяснения метаболических нарушений. А объемы и продолжительность реабилитационных мероприятий подбираются индивидуально и требуют постоянного контроля биохимических показателей. Хотелось еще раз поблагодарить наш центр, поблагодарить создателя нашего центра, профессора Елену Яковлевну Гречанину, за то, что она создала всю эту генетическую службу для нас, для всех, и в первую очередь нацелила на более кропотливое, на индивидуальный подход к лечению пациентов, к обследованию пациентов. Хочу поблагодарить всех коллег, которые принимают в этом участие. И также хочу сказать о том, что мы благодарны всем родителям,
которые помогают нам в оценке состояния пациентов. Хочу поблагодарить наш коллектив, который работает в этом направлении неустанно. И еще раз подчеркнуть, что именно индивидуализированный, именно персонализированный подход к каждому пациенту – это именно ноу-хау харьковских генетиков. Поэтому большое спасибо за внимание и будем продолжать работать в таком же направлении. Спасибо.